все в порядке. Это CS50, и это шестая неделя, на которой мы наконец переходим с нуля на C, а теперь и на Python. И действительно, это будет в некотором роде уникальный опыт в этом, точно так же, как несколько недель назад, возможно, впервые, и теперь сегодня вы будете изучать новый язык. Но цель состоит не просто в том, чтобы бросить в вас еще один пожарный шланг с содержанием, синтаксисом и тому подобным, а скорее в том, чтобы действительно вооружить вас всех для того, чтобы в будущем самостоятельно учить новые языки. И действительно, то, что мы будем делать сегодня, то, что мы будем делать на предстоящей неделе, это подготовить вас к тому, чтобы стоять самостоятельно. И как только Python уйдет в прошлое, и мир перейдет на какой-нибудь другой язык через некоторое количество лет. Вы будете хорошо подготовлены, чтобы понять, как обернуть свой разум вокруг какого-нибудь нового синтаксиса, какого-нибудь нового языка и решить проблемы, а также. Теперь, если вы помните, на нулевой неделе мы начали с этого, просто поздоровались с миром. И это быстро переросло всего через неделю в Си в нечто гораздо более загадочное. И если вы все еще испытываете проблемы с каким-то синтаксисом, обнаружите, что проверяете свои заметки или предыдущий код, это совершенно нормально. И это одна из причин, по которой существуют языки помимо Си. Среди них этот язык называется Python. Люди за десятилетия Поняли, что это не обязательно было лучшим дизайнерским решением, или люди поняли: Вау, знаете что? Теперь, когда компьютеры стали быстрее с большим объемом памяти и более быстрыми процессорами, мы действительно можем сделать больше с помощью наших языков программирования. Так что точно так же, как развиваются человеческие языки, развиваются и настоящие языки программирования. И даже внутри одного языка программирования, как правило, существуют разные версии. Мы, например, используем версию C11 языка C, которая была обновлена в 2011 году. Но сам Python продолжает развиваться, и сейчас он обновлен до. До версии 3 с плюсом. И там тоже эти вещи будут развиваться в ближайшие дни. К счастью, то, что вы сейчас увидите, это привет, мир. В третий раз, но это будет буквально так. Никакого сумасшедшего синтаксиса ни вверху, ни внизу, меньше точек запятой, если таковые имеются меньше фигурных скобок в настоящее время. И действительно, многие отвлекающие факторы устраняются с дороги. Поэтому, чтобы добраться до цели, давайте рассмотрим, как именно мы программировали до сих пор. Итак, вы пишете программу на языке C, и у вас, надеюсь, нет синтаксической ошибки, так что вы готовы ее собрать, и есть скомпилировать. Итак, вы запустили Make, а затем запустили программу, например. Здравствуйте. Или если вы вспомните вторую неделю, когда мы заглянули под капот того, что делает Make, он действительно запускает настоящий компилятор, что-то называемое клен. Возможно, с некоторыми аргументами командной строки, создающими программу под названием hello. И потом вы могли бы это сделать. Здравствуйте. Итак, сегодня вы начнете делать что-то похожее по духу, но с меньшим количеством шагов. Вам больше не придется компилировать свой код, а затем запускать его, а затем, возможно, исправлять или изменять его. А затем компилировать свой код и запускать его, а затем повторять, повторять. Процесс запуска вашего кода будет сведен всего к одному шагу. И на данный момент можно подумать об этом так в то время как сейчас это используется как действительно скомпилированный язык, при котором вы сначала преобразуете его в 0.1. Python позволит вам ускорить работу, благодаря чему вам, программисту-человеку, не придется его компилировать. Вы просто запустите то, что называется интерпретатором, который по замыслу называется точно так же, как и сам язык. И запустите эту программу, установленную в Versus Code или в конечном счете на ваших собственных компьютерах Mac или ПК. Это просто подскажет вашему компьютеру интерпретировать этот код и выяснить, как спуститься на этот более низкий уровень из 0.1. Но вам больше не придется компилировать код самостоятельно. Так что с учетом сказанного давайте рассмотрим, как будет выглядеть код бок о бок. На самом деле давайте оглянемся назад на некоторые скретч блоки, точно так же, как мы это делали с C на первой неделе, и сделаем некоторые бок о бок. Потому что несмотря на то, что некоторые синтаксические конструкции на этой неделе и далее будут отличаться, идеи действительно будут теми же самыми. Пока не так уж много интеллектуально нового. Итак, в то время как на нулевой неделе мы могли бы поприветствовать мир этим фиолетовым кусочком головоломки, сегодня, конечно, или скорее на первой неделе это выглядело так Си, но сегодня, двигаясь вперед, это будет выглядеть просто так. И если мы на мгновение вернемся назад и вперед, то здесь опять же представлена версия на языке Си отмечающие очень похожие на си характеристики. Из первого взгляда здесь на Python я утверждаю, что теперь это так. О чем вам, по-видимому, больше не нужно беспокоиться. Что ушло? Итак, точка с запятой исчезла. И действительно, они вам больше не нужны, чтобы закончить большую часть ваших мыслей. Что-нибудь еще? Обратная косая черта n. Дэвид Малан. Итак, обратная косая черта n отсутствует. И это любопытно, потому что мы все равно получим новую строку, но мы увидим, что она стала стандартной. А это немного более тонкая, но теперь функция называется print вместо print. Так что в этом смысле она немного более знакома. Хорошо, поэтому, когда дело доходит до использования библиотек, то есть кода, написанного другими людьми, в прошлом мы делали такие вещи, как решетка include CS50. H, чтобы использовать собственный заголовочный файл CS50, или стандартный ввод-вывод, или стандартную библиотеку, или строку, или любое количество других заголовочных файлов, которые вы все использовали. Двигаясь вперед, мы собираемся предоставить вам на эту первую неделю аналогичную библиотеку CS50, просто очень краткосрочные обучающие диски, которые мы быстро снимем. Потому что на самом деле, как мы увидим, делать что-то на Python намного проще. Он, но синтаксис для этого сейчас будет заключаться в импорте библиотеки CS50 таким образом. И когда у нас появится эта возможность, мы действительно сможем начать писать некоторый код прямо сейчас. На самом деле, позвольте мне переключиться на Versus код здесь. И так же, как и в прошлом, я создам новый файл. Но вместо того, чтобы создавать что-то под названием C, я собираюсь пойти дальше и создать свою первую программу под названием Hello. А используя кодовое пространство Hello.py. Это, конечно же, дает мне эту новую вкладку. И позвольте мне на самом деле довольно просто сделать то, что я предложил. Напечатать, цитирую без кавычек, привет, мир без сен, без точки с запятой, без буквы и впечатными буквами. А теперь позвольте мне спуститься в окно моего терминала. И мне не нужно его компилировать. Мне не нужно делать косую черту. Вместо этого я запускаю программу под названием Python, цель жизни которой сейчас состоит в том, чтобы интерпретировать мой код сверху вниз, слева направо. И если я запущу Python из Hello, скрещиваю пальцы, как всегда, вуаля. Теперь я распечатал привет мир. Так что мы, похоже, получили новую строку бесплатно, в том смысле, что это происходит автоматически. Знак доллара, как ни странно, не находится на той же строке, как это было однажды на первой неделе. Но здесь это всего лишь незначительная деталь. Если мы сейчас вернемся к некоторым другим возможностям. Ну, действительно, с библиотекой CS50 вы также можете импортировать не только саму библиотеку, но и конкретные функции. И вы увидите, что временно мы собираемся предоставить вам вспомогательную функцию, называемую get подчеркивание string, точно так же как в C, которая просто заставляет ее работать точно так же, как в C. И мы увидим пару других функций, которые... В начальном этапе просто облегчат жизнь. Но быстро уберем ли мы эти тренировочные колеса, чтобы на самом деле ничего не было специфичным для CS50? Хорошо. Хорошо, а как насчет функций в более общем плане на Python? Давайте проведем вихревой тур, если хотите, примерно так же, как мы это делали в ту первую неделю изучения языка C, сравнивая одно с другим. Итак, в нашем мире Scratch одной из первых программ, которые мы написали, была вот эта, в которой мы спрашиваем у человека его имя. Затем мы использовали возвращаемое значение, которое автоматически сохранялось в этой переменной ответа в качестве второго аргумента для объединения чтобы мы могли сказать привет Дэвид или привет Картер так что это было еще на нулевой неделе на первой неделе мы преобразовали это в это и вот прекрасный пример таких вещей как быстрая эскалация и опять же именно поэтому мы начинаем с нуля здесь так много отвлекающих факторов для достижения той же идеи но даже сегодня мы собираемся отказаться от части этого синтаксиса итак в языке c нам пришлось объявить переменную в виде строки вот здесь у нас конечно была точка с запятой и многое другое ну а в python сопоставимый код теперь будет выглядеть проще вот так. Так что точка с запятой опять же пропала в обеих строках, если уж на то пошло. Так что это хорошо. Что еще, по-видимому, изменилось или исчезло? Да. Переменная того же типа? Да. Так что мне не нужно было специально говорить, что ответ теперь представляет собой строку. И действительно, Python динамически типизируется. И по сути, он выведет из контекста, что именно вы храните в этой переменной. Другие детали, которые кажутся немного другими, Немного другими. Что еще бросается вам в глаза здесь? Я вернусь. Это была версия на языке C. И может быть сейчас сосредоточимся на второй строке, потому что мы довольно исчерпали первую. Вот теперь версия Python. В чем здесь разница? Да. Вам не нужно беспокоиться о S или процентах чего-либо еще. У вас просто есть переменная после Дэвида Малана? Да. S больше нет. На данный момент второго аргумента как такового для печати нет. Это все еще немного странно. Как будто я применил здесь какое-то арифметическое сложение. Но это не так. Некоторые из вас уже сталкивались с программой раньше. И плюс не Некоторые из вас, возможно, знают, что это значит в данном контексте. Так сказать, объединить или более технически. Кто-нибудь знает это модное словечко? Да. Объединить. Объединить. Итак, объединение — это причудливый способ того, что Scratch называет соединением, который заключается в том, чтобы взять одну строку слева, одну строку справа и соединить их вместе. Склеить их вместе, если хотите. Так что это не сложение. Так было бы, если бы вместо этого использовались числа. Но потому что у нас есть строка «Привет, запятая». И другая строка, неявно содержащаяся в этой переменной, основанная на том, что человек ввел в ответ на эту функцию get стринг. Это объединит запятую привет, а затем Дэвид Картер или что там еще ввел человек. Но оказывается, что в Python будут разные способы сделать это, и мы покажем вам несколько разных способов. И здесь тоже постарайтесь не слишком зацикливаться и не расстраиваться из-за всех различных способов решения проблем. Скорее всего, вы будете перенимать советы и приемы в течение многих последующих лет, если будете продолжать программировать. Так что давайте просто дадим вам несколько возможных способов. Вот второй способ, которым вы могли бы распечатать привет, запятая Дэвид или привет, запятая Картер. Но что изменилось? В предыдущие версии я явно использовал конкатенацию. И пробел здесь важен с точки зрения грамматики, просто чтобы мы поняли это в заключительной фразе. Теперь я предлагаю избавиться от этого пробела, чтобы добавить запятую вне двойных кавычек. Но если вы вспомните C, это, вероятно, просто означает, что принт, похожий по духу на принт, может принимать не только один аргумент, но даже два. И на самом деле из-за этой запятой посередине, которая находится вне двойных кавычек, это запятая привет. И затем она будет автоматически объединена с даже без использования плюса, независимо от значения ответа. И по умолчанию, просто для грамматической привлекательности, функция печати всегда предоставляет вам свободное пространство между каждым из множества передаваемых вами аргументов. Мы посмотрим, как вы можете переопределить это в дальнейшем. Но пока это просто еще один способ сделать это. Возможно, лучший, хотя и немного загадочный способ сделать это или просто все более распространенный способ это вероятно третья версия которая тоже выглядит немного странно и вероятно странность выпрыгивает наружу мы внезапно ввели эти фигурные скобки которые как я обещал в основном исчезли и они исчезли но внутри этой строки я сделал фигурную скобку что может означать просто интуитивно а вот пример того как вы изучаете новый язык просто сделайте вывод из контекста как вероятно работает python что это может означать да Да. Так что это указание, потому что фигурные скобки, потому что так был разработан Python, что мы хотим включить значение ответа, а не буквально NSWER. И модное слово здесь заключается в том, что переменная ответа будет интерполирована, то есть заменена ее фактическим значением. Но-но-но, и это действительно странно выглядит. Это было введено в Python несколько лет назад. Что еще мне нужно было изменить, чтобы эти фигурные скобки, по-видимому, работали? Да, опустите букву F перед. Дэвид Малан, да. Там есть эта странная буква F. Так вот, это похоже на часть print. Но теперь она заключена в круглые скобки. Именно так и было задумано в Python. Итак, несколько лет назад, когда они ввели так называемые строки формата или строки F, вы буквально добавляли в свою строку заключенную в кавычки букву F. И затем вы можете использовать такие хитрости, как установка фигурных скобок, чтобы значение было заменено автоматически. Если вы забудете букву F, вы буквально увидите, что привет, запятая в фигурной скобке, ответ закрытая фигурная скобка. Если вы добавите букву F, это действительно интерполяция. Значение подключено. Все в порядке. Вопросы о том, как мы можем просто поздороваться с миром через Python в данном случае. Да, если вы сделаете это без буквы F, что произойдет? Если вы сделаете это без Дэвид Малан, без буквы F. Если вы опустите букву F, вы буквально увидите фигурную скобку HLLO через запятую и закрытую фигурную скобку ANSWER. Так что по сути давайте сделаем это. Позвольте мне быстро вернуться к коду Versus. У меня все еще есть мой файл, который называется Hello. Пая открой. И позвольте мне пойти дальше и немного изменить это. Так что я пойду дальше. Скажем, с CS50 импортирую get подчеркивания String. И это всего лишь новый синтаксис, который я предлагаю использовать для импорта функции из чужой библиотеки. Теперь я задам вопрос: давайте воспользуемся get подчеркивания String, сохранив результат в ответе. Итак, get подчеркивания String, цитирую без кавычек, как вас зовут? И затем в этой строке я намеренно допущу ошибку здесь, в точности отвечая на ваш вопрос. Позвольте мне просто поздороваться с ответом через запятую и только это. Теперь, даже если answer — это переменная, Python не будет настолько самонадеян, чтобы просто вставить значение переменной, называемой answer. Что он собирается сделать, конечно, это если я веду свое имя, упс, я печатал слишком быстро. Позвольте мне повторить это еще раз. Если я запущу Python с hello, поведите мое имя и нажмите вот, я получу ответ привет через запятую. Что же, позвольте мне сделать кое-что. Что получше. Позвольте мне применить эти фигурные скобки, как и раньше. Позвольте мне повторить Python из Hello. Пай. Как вас зовут? д и вот опять же ответ на ваш вопрос. Теперь мы получаем буквально фигурные скобки. Так что исправление здесь в конечном счете будет заключаться в том, чтобы просто добавить туда букву F и снова запустить мою программу с Дэвидом. А теперь здравствуйте, запятая Дэвид. Так что это по общему признанию немного более загадочно, чем те, что с плюсом или запятой. Но это просто все более распространенное явление. Почему? Потому что вы можете читать это слева направо. Это приятно и удобно. Это менее загадочно, чем S. Так что это новая и улучшенная версия, если хотите, принт на языке C, основанная на десятилетнем опыте программистов, делающих подобные вещи. Вопросы по печати таким способом. Сейчас мы находимся на пути к программированию на Python. Что-нибудь есть? Хорошо. Хорошо. Что еще мы можем сделать с этим языком здесь? Что же, позвольте мне предложить рассмотреть, что у нас есть, например, несколько других функций, которые мы также можем добавить в этот набор. А именно, скажем, некоторые типы данных. Позвольте мне перевернуться здесь, чтобы вернуться к слайдам. В Python есть разные типы данных, как мы скоро увидим, но они не столь явны. Как мы уже видели, используя строку из GET подчеркивание string, вам не нужно явно указывать, что это такое. Но вы видели, напомним, в C все эти различные типы данных. А затем, в Python, как ни странно, этот список скоро станет короче. Итак, вот наш список на языке C. Вот сокращенный список на Python. Итак, у нас по-прежнему будут строки но теперь они будут более лаконично называться strs str. У нас по-прежнему будут целые числа. У нас по-прежнему будут числа с плавающей запятой для значений с плавающей запятой. У нас даже будут значения true и false. Но чего сейчас не хватает в списке, так это длинного и плавающего. И почему это так? Вернее, длинного и двойного. Мы напомним, что в языке C используется больше битов. Ну а в Python меньшие типы данных, ранее сами по себе int и float, просто использовали больше битов для вас. И поэтому вам не нужно различать маленькие и большие. Вы просто используете один тип данных и язык дает вам больший диапазон чем раньше. Однако оказывается, что в Python будут и другие функции и эти типы данных, один из которых будет называться range, другой лист. Так что больше не будет массивов. На самом деле мы будем использовать то, что буквально называется списком. Картежи что-то вроде пары XY для координат и тому подобного. Диктанты для словарей, так что у нас будут встроенные возможности для хранения ключей и значений, которые мы увидим, и даже набора. Математический набор – это набор значений, но он автоматически избавляется от дубликатов для вас. Так что все эти вещи мы могли бы абсолютно реализовать на языке C, если бы захотели. И действительно, в пятом наборе задач вы реализовали свою собственную проверку орфографии, используя некоторую форму хэш-таблицы. Что же, а Оказывается, что в Python вы можете решать те же самые проблемы, но, возможно, немного легче. На самом деле, позвольте мне вернуться к Versus коду и позвольте мне предложить сделать следующее. Позвольте мне продолжить и создать файл под названием Dictionary. Пай. Позвольте мне предложить попробовать реализовать, скажем, задачи номер 5, нашу проверку орфографии на Python вместо C и добиться в конечном счете такого же поведения, при котором я смогу проверять орфографию целой кучи слов. Так что это немного поспешно, потому что вы скоро увидите, что синтаксис будет пересмотрен в течение сегодняшнего дня. Но на данный момент у меня есть новый файл, который называется dictionary.py, и позвольте мне начать создавать некоторые заполнители для функций. Мы немного увидим, что в Python вы можете определить функцию, называемую check, и эта функция проверки может принимать слово в качестве входных данных. И я вернусь к этому через мгновение. В Python я могу определить вторую функцию такую как load, которая сама по себе займет целый словарь, точно так же, как в пятом наборе задач. И я продолжу и вернусь к реализации этого. Тем временем мы могли бы аналогичным образом реализовать функцию, называемую size, которая не принимает аргументов но в конечном счете вернет размер моего словаря слов. И, наконец, для соответствия пятому набору задач, мы могли бы определить функцию выгрузки, цель которой в жизни состоит в том, чтобы освободить любую память, которую вы использовали, просто чтобы вернуть ее компьютеру. Сейчас, скорее всего, независимо от того, работаете ли вы все еще над спелла или закончили спелла, вы написали приличное количество строк кода. И действительно, это было по замыслу непростой задачей. Но одна из причин появления таких языков более высокого уровня, как Python, заключается в том, что вы можете встать на плечи программистов перед вами и решить очень распространенные проблемы гораздо быстрее, чтобы вы могли сосредоточиться на создании своего нового приложения, веб-приложения или собственного проекта для решения интересующих вас проблем. Поэтому, рискуя сломить некоторых духов, позвольте мне предложить, что в Python, если вам нужен словарь для чего-то вроде проверки орфографии, что же это прекрасно. Продолжайте и дайте себе переменную, например, слова для хранения всех этих слов и просто назначьте ей значение, равное словарю, или сокращенно дикт в Python. Это даст вам хэш-таблицу. Теперь, оказывается, при запоминании орфографии вам не нужно беспокоиться о словах и определениях. Речь идет всего лишь о проверке орфографии слов. Так что, строго говоря, нам не нужны ключи и значения. Нам просто нужны ключи. Поэтому я собираюсь сэкономить себе еще несколько нажатий клавиш, просто сказав, что технически в Python достаточно использовать набор. Опять же, набор – это просто набор значений без дубликатов. Но у них не обязательно есть ключи и значения. Это просто одно или другое. Но теперь, когда у меня есть. В первой строке я утверждаю, что в Python есть эквивалент хэш-таблицы, я действительно могу сделать что-то подобное. Вот как я мог бы реализовать функцию проверки в Python. Если слово, переданное в эту функцию, находится в моей переменной words, верните true. В противном случае продолжайте и верните false. Готово. Нет, подождите. Вы думаете, может быть мы хотим использовать строчные буквы, а не только прописные и строчные. Но узнаете что? В Python, если вы хотите перевести целое слово в нижний регистр, вам не нужно повторять его с помощью цикла. Вам не нужно использовать какие-либо функции типа C или что-то в этом роде. Просто скажите Word. Лоуа, и это преобразует все это в нижний регистр для обеспечения равенства со словарем. Хорошо. Как насчет чего-то вроде функции загрузки в Python? Ну, в Python вы можете открывать файлы точно так же, как в C. Например, в Python я мог бы сделать open, аргумент словаря в режиме чтения, точно так же, как в open в Python. Я мог бы сделать что-то вроде этого. Для каждой строки в этом файле позвольте мне продолжить и добавить к переменной мои слова эту строку. А затем позвольте мне продолжить и закрыть этот файл. И я думаю, что с меня хватит. Я просто продолжу и верну true, просто потому что я думаю, что уже закончил. Теперь и здесь я мог бы немного придраться. Технически, если я читаю каждую строку из файла, каждая строка в словаре заканчивается технически обратной косой чертой n. Но есть простой способ избавиться от этого, точно так же, как вы можете видеть с альтернативным синтаксисом. На самом деле я собираюсь сделать вот что. Позвольте мне взять из текущей строки текущее слово, удалив его с помощью обратной полосы в стрип. Функция, которую мы снова увидим, которая просто избавляется от завершающей новой строки обратной косой черты n в конце этой строки. И что я действительно хочу сделать, так это добавить это слово в этот словарь. Тем временем, если я захочу выяснить, каков размер моего словаря, что же, и видите ли вы, вероятно, пишете код для перебора всех этих строк, и вы просто собираетесь подсчитать их, используя переменную. В Python все не так. Вы можете просто вернуть длину этих слов. И что еще лучше, в Python вам не нужно управлять собственной памятью. Больше никакого мелок. Больше никакой свободы. Больше никаких ручных размышлений о памяти. Язык просто справляется со всем этим за вас. Так что знаете что? Мне достаточно просто вернуть true и заявить, что разгрузка сделана за меня. И все. Опять же, независимо от того, находитесь ли вы в середине или уже закончили, это может, возможно, вызвать некоторое разочарование, но также и просветление в том, что именно поэтому существуют языки более высокого уровня. Вы можете опираться на те же принципы, те же идеи, с которыми вы имели дело, боролись даже на прошлой неделе. Но теперь вы можете выразить себя еще более лаконично. В этой строке реализована хэш-таблица для вас. И все это сейчас просто использует эту хэш-таблицу более простым способом любые вопросы прямо сейчас по этому поводу, имея в виду, что тем не менее смысл орфографии в PSET 5 состоит в том, чтобы понять, что на самом деле происходит под капотом. И что еще лучше заметить это. Все это может показаться довольно удивительным, но позвольте мне сделать это. На самом деле у меня здесь написано несколько версий спелла, и у меня есть версия, написанная на языке C, исходный код, который я не буду показывать. Но я собираюсь пойти дальше и сделать эту версию орфографии на C. И я собираюсь пойти дальше и, скажем так, приоткрыть свое окно здесь всего на мгновение. И я собираюсь перейти к версии спела на Python, которую я только что написал. И здесь с левой стороны, позвольте мне продолжить и запустить спела версию, которую я скомпилировал на C, используя большой текст, такой как текст Шерлока Холмса, в котором много слов. И с правой стороны, позвольте мне пробежаться по спелла. Py, который представляет собой отдельный файл, который я написал заранее, точно так же, как мы даем вам спелла. Си, и я точно так же проверю это по тексту Шерлока Холмса. И я сделаю все возможное, чтобы нажать вот слева и справа. От моего экрана одновременно, но мы должны увидеть, надеюсь, один и тот же список слов с ошибками и их время. Итак, мы идем направо. Мы идем налево. Хорошо гонка, чтобы посмотреть, кто здесь победит. Буква С слева, питон справа. Хорошо. Интересно. Надеюсь, Python не отстает. Обратите внимание, что отчасти это связано с задержкой интернета. И поэтому это не обязательно может быть сумасшедшее количество секунд. Но система действительно использует, если мы ее измерим, низкий уровень. Сколько времени процессор потратил на выполнение моего кода? Си заняло в общей сложности 1,64 секунды. Это было довольно быстро, хотя потребовалось еще мгновение, чтобы все байты поступили через интернет. Однако версия Python потребовала чего? 2,44 секунды. Так каков же может быть вывод? Во-первых, может быть я просто лучше программирую на C, чем на Python. Python, что скорее всего неверно. Но какой еще вывод вы могли бы сделать из этого примера? Может быть нам стоит отказаться от Python и придерживаться C? Нет? Так что же здесь может происходить? Почему версия Python, которую я утверждаю, правильная, и я думаю, что все цифры совпадают только не время? Где здесь компромисс? Ну вот опять же этот компромисс в дизайне. Да. Чтобы сэкономить время программиста. Дэвид Малан. Да, именно так. Чтобы сэкономить время программиста-человека, в Python встроено гораздо больше функций, больше функций, больше автоматического управления памятью и так далее. И вам придется заплатить определенную цену. Чей-то чужой код делает всю эту работу за вас. Но если они написали какое-то количество строк кода, это просто дополнительные строки кода, которые нужно выполнить для вас. Тогда как здесь компьютер рискует чрезмерно упростить выполнение только моих строк кода. Так что накладных расходов просто меньше. И таким образом это постоянный компромисс. Как правило, при использовании более удобного и современного языка одной из цен, которую вы можете заплатить, является производительность. Однако сейчас в мире есть много много умных компьютерщиков, которые пытаются пойти на те же компромиссы. Итак, эти интерпретаторы, как и команда, которую я написал, технически могут Python, особенно если вы запускаете программу снова и снова, фактически тайно за кулисами. Компилировать ваш код для вас, вплоть до 0 и 1. А затем во второй, третий, четвертый раз, когда вы запустите эту программу, она вполне может оказаться быстрее. Так что это немного обман головы, поскольку я запускаю их один и только один раз. Но со временем мы могли бы получить выгоду, если бы продолжали запускать версию Python снова и снова и, возможно, улучшили производительность. Но в целом придется пойти на этот компромисс. А теперь скажите, вы бы предпочли потратить те 60 секунд, которые я написал, на реализацию проверки орфографии? Или эти 6 часов, 16 часов, которые вы могли бы потратить или потратили на реализацию того же самого на языке C? Скорее всего нет. Ради повышения производительности именно поэтому у нас есть эти дополнительные языки. Просто ради удовольствия. Позвольте мне перейти на другой экран здесь и открыть версию Python, которая на самом деле всего за секунду на моем собственном Mac вместо облака, чтобы я мог действительно что-то делать с графикой. Итак, вот, у меня просто черно-белое окно терминала на моем собственном Mac. И я предварительно установил Python точно так же, как мы сделали это для Versus Code в облаке для вас. Обратите внимание, что у меня здесь есть фотография, возможно, одного из ваших любимых телешоу с актерским составом офиса. Обратите внимание на все лица на этом изображении. И позвольте мне предложить, чтобы мы попытались найти одно лицо в толпе в стиле криминалиста, с помощью которого мы хотим найти, возможно, душителя Скрэнтона, так сказать. Итак, вот пример лица этого парня. А теперь, как нам найти это конкретное лицо в толпе? Ну, наши человеческие глаза, очевидно, могут выхватить его, особенно если вы знакомы с шоу. Но позвольте мне пойти дальше и сделать это вместо этого. Позвольте мне пойти дальше и предложить запустить код, который я уже заранее написал здесь. Это программа на Python с большим количеством строк кода, на которых мы сегодня не будем останавливаться. Но она предназначена для того, чтобы мотивировать нас на то, что мы можем сделать. Из библиотеки изображений, подразумевающей библиотеку изображений Python, я хочу импортировать некоторый тип информации, некоторую функцию, называемую изображением. Чтобы я мог манипулировать изображениями, в отличие от нашей собственной проблемы, поставленной 4 раза. И это очень мощно. Внутри – Python. Вы можете просто импортировать распознавание лиц в виде библиотеки, написанной кем-то другим. Оттуда я собираюсь создать переменную, называемую image. Я собираюсь использовать эти библиотеки распознавания лиц. Функция load – подчеркивание image, подчеркивание файл. Она немного многословна, но по духу похожа на fopen. И я собираюсь открыть офис. JPEG. Тогда я собираюсь объявить вторую переменную, называемую face, подчеркивание low множественное число, потому что согласно документации к этой библиотеке. Я ожидаю получить список всех обнаруженных местоположений лиц. Все в порядке. Тогда я собираюсь повторить каждую из этих граней, используя цикл for, который мы рассмотрим более подробно. Затем я собираюсь сделать вывод, каковы верхние, правый, нижний и левый углы этой грани. А затем, что я собираюсь здесь сделать, так это показать только это лицо, если я обнаружил рассматриваемое лицо так что позвольте мне идти вперед, сюда, и бежать детект, пай. И мы увидим не только то лицо, которое ищем. Но если у меня закончится детект, пай, он собирается провести весь анализ. Я увижу здесь прямо сейчас, большое открытие всех лиц, которые были обнаружены в этой программе. Хорошо, некоторые лучше других. Я думаю, если вы увеличите изображение, чтобы поймать кого-то. Типичная Анджела. Если вы хотите прямо сейчас найти это лицо, я думаю, нам нужно немного больше тренировать программное обеспечение. Так что позвольте мне на самом деле открыть вторую программу под названием «Распознать», в которой происходит больше работы. Но позвольте мне, взмахнув рукой, указать, что сейчас я загружаю не только офис. Джпэк, но также Тоби. Джпэк, чтобы обучить алгоритм поиску этого конкретного лица. Итак, теперь если я запущу эту вторую версию. Recognize. Пай с помощью Python из Recognize. Пай задерживает дыхание всего на мгновение. Он анализирует, предположительно, все лица, вы видите одну и ту же оригинальную фотографию. Но вы видите одно такое лицо, выделенное здесь. Эта версия кода нашла Тоби, выделила его на экране и вуаля, у нас есть распознавание лиц. Так что к лучшему это или к худшему, это то, что происходит в наши дни все чаще в обществе. И честно говоря, несмотря на то, что я не писал код вживую, потому что это добрая дюжина или больше строк кода, это не так уж много. И буквально все власти, все, что нам нужно сделать, это импортировать распознавание лиц, и вуаля, у вас есть доступ. Эти технологии уже здесь. Но давайте задумаемся на мгновение, как мы нашли Тоби. Как могла бы эта библиотека, даже если мы не собираемся рассматривать детали ее реализации, как она находит Тоби и отличает его от всех этих других лиц в толпе? Чтобы это могло быть интуитивно понятно. Вспомните хотя бы по набор 4, к чему у вас самих есть доступ с точки зрения данных. Да, мы уже давали ему изображение лица Тоби, он, вероятно, смотрит, совпадают ли пиксели в одной области с пикселями в другой области и распределяет их по одному и тому же. От этого эталонного изображения к этому изображению. А затем он скажет, эй, многие похожие диапазоны консультаций находятся здесь и здесь, так что мы можем с уверенностью предположить, что это тот же самый Дэвид Малан. Да, точно. И если подвести итог для камеры здесь, мы обучили программное обеспечение, если хотите, предоставив ему фотографию лица Тоби. Итак, ища те же или действительно похожие пиксели, особенно если это немного другое изображение Тоби, мы, возможно, сможем идентифицировать его в толпе. А что на самом деле такое человеческое лицо? Ну, в конце концов, компьютер знает его только как узор из битов или на самом деле на более высоком уровне узор из пикселей. Так что, возможно, человеческое лицо, возможно, лучше всего определить в целом как два глаза, нос и рот, которые, несмотря на то, что все мы похожи структурно, скорее всего, измерения между глазами и носом. А ширина рта, оттенок кожи и все эти другие физические характеристики – это закономерности, которые программное обеспечение, возможно, могло бы обнаружить. А затем статистически просмотреть изображение в поисках максимально близкого соответствия к этим различным формам измерений, цветам и размерам и тому подобному. И действительно, это может быть интуицией. Но что здесь очень важно, опять же, так это то, насколько проста и легкодоступна сейчас эта технология. Хорошо. С учетом сказанного, Давайте предложим рассмотреть. Что еще мы можем сделать с самим Python? вернемся к основам, чтобы вы сами могли начать реализовывать что-то в том же духе. Таким образом, помимо доступа к таким вещам, как функция get подчеркивание string, библиотека CS50 предоставляет и несколько других функций. А именно на языке C у нас было вот это. Но в Python у нас будет меньше. В Python наша библиотека в краткосрочной перспективе даст вам не только get подчеркивание string, но также get подчеркивание int и get подчеркивание float. Почему? На самом деле, как мы скоро увидим, это просто раздражает, получить от пользователя целое число или число с плавающей точкой и просто убедиться, что это int и число с плавающей точкой, а не слово типа кошка или собака или какая-то строка, которая на самом деле не является числом. Ну, мы можем импортировать не только конкретную функцию get подчеркивание string, но и фактически импортировать все эти функции по одной, вот так как мы скоро увидим. Или вы даже можете в Python импортировать определенные функции из файла. Один из вас некоторое время назад спросил, когда вы включаете что-то вроде CS50, H или стандартного ввода-вывода. H вы фактически получаете весь код в этом файле, что потенциально может увеличить объем вашей собственной программы или времени. В этом случае, когда вы импортируете определенные функции из Python, вы можете быть немного более точны в отношении того, к чему именно вы хотите иметь доступ. Хорошо. Итак, с учетом сказанного, давайте продолжим и посмотрим, как выглядят условные выражения в Python. Итак, снова в левой части здесь мы увидим царапину. Так что это просто надуманный пример, в котором спрашивается, если x меньше y, то скажем x меньше y. На языке C это выглядело так. Теперь в Python это будет выглядеть так. А вот здесь перед си, а вот после. И просто чтобы назвать несколько очевидных различий, казалось бы, что изменилось в Python для условных выражений. В чем разница? Да. Не хватает фигурных скобок. Да. Так что больше никаких фигурных скобок. И действительно, вы ими не пользуетесь. Что, по-видимому, занимает их место, если вы можете сделать вывод. Что, по-видимому, заняло их место? Что вы думаете? Итак, двоеточие в начале этой строки вот здесь. Но еще более важным сейчас является этот отступ под ним. Значит, у некоторых из вас, и мы знаем это по рабочим дням, есть привычка делать отступы слева, не так ли? И на это просто безумный беспорядок смотреть. Вас это, конечно, расстраивает, но Си и Клен довольно терпимы, когда дело доходит до таких вещей, как пробелы в программе. Python-e, -э. они много лет назад поняли, что «давайте поможем людям помочь самим себе и просто потребуем стандартных отступов». Так что четыре пробела здесь будут нормой. Но поскольку это отступ под двоеточием, это действительно указывает на то, что это сейчас является частью этого условия. В этом условии пропало что-то еще, по сравнению с буквой s. Что еще немного упрощено, да так что больше никаких скобок. Вы все равно можете их использовать, особенно когда вам нужно по логике вещей выполнить порядок операций, как в математике. Но в этом случае, если вы просто хотите задать простой вопрос, например, если x меньше y, вы можете просто сделать это так. Как насчет того, когда у вас будет если еще? Ну, это почти то же самое здесь, с теми же изменениями. На языке C это выглядело примерно так. И это начинает становиться немного громоздким, по крайней мере, если мы используем наши фигурные скобки таким образом. В Python мы можем еще больше усложнить ситуацию, хотя, строго говоря, все фигурные скобки не всегда нужны. Но здесь скобки снова исчезли. Гурные скобки исчезли. Подступ согласован, и мы только что добавили еще одно ключевое слово else с двоеточием, но больше никаких точек с запятой. Как насчет чего-нибудь большего, вроде этого, в if else if else это немного любопытно. Но все это выглядело так. If else if else. В Python теперь это выглядит так. И здесь, возможно, есть одно любопытство, которое, честно говоря, спустя столько лет я все еще не могу вспомнить, как это пишется в половине случаев. Что в этом странного? В чем вы видите отличие? Да, сюда. Да. Вместо еще, если это элиф. Почему? По-видимому, еще пробел, если было слишком много нажатий клавиш, чтобы люди могли печатать. Поэтому они сократили его таким образом. Вероятно, это означает, что для компьютера он также немного более различим между если и еще. Но сейчас просто нужно кое-что запомнить. Это действительно элиф, а не другое если. Хорошо. Так как же насчет переменных в Python? Я уже использовал парочку из них. Но давайте разберемся, как именно вы определяете и объявляете эти вещи. Итак, в Scratch, если бы мы хотели создать переменную, называемую каунта, и изначально установить ее равной 0, мы бы сделали что-то вроде этого, указали, что это int. Использовали оператор присваивания, завершили мысль точкой с запятой. В Python все просто проще. Вы называете переменную, используете оператор присваивания, как и раньше, устанавливаете ее равной некоторому значению, и все. Вы не упоминаете тип. Вы не упоминаете точку с запятой или что-то еще. Что, если вы хотите изменить переменную, например, счетчик на 1-то есть у на здесь у вас есть несколько разных способов. В C мы видели синтаксис, подобный этому, где вы можете сказать, что счетчик равен счетчику плюс 1, что опять же кажется нелогичным. Как счетчик может быть равен счетчику плюс 1. Но опять же, мы читаем этот код действительно справа налево, обновляя его значение на 1. В Python это почти то же самое. Вы просто избавляетесь от точки с запятой. Так что логика здесь есть. Но помните, что на языке C мы могли бы сделать что-то немного другое, что мы также можем сделать в Python. В Python вы также можете более кратко сделать это, плюс равно, а затем любое число, которое вы хотите. Добавить. Или вы даже можете изменить его на вычитание, если предпочитаете. К сожалению, это то, что вы, вероятно, очень часто печатали. Каким еще способом вы могли добавить один? Плюс-плюс, плюс-плюс больше не существует, к сожалению, в Python. Просто слишком много способов сделать одно и то же, поэтому они избавились от него в пользу только этого синтаксиса, вот здесь. Так что имейте это в виду. А как насчет циклов, когда вы хотите делать что-то на Python снова и снова? Ну, в Scratch на нулевой неделе, вот как мы мяукали три раза в частности. В C у нас было несколько способов сделать это. Это был более механический подход, при котором вы создавали переменную с именем i. Вы устанавливали ее равной 0. Затем вы делали пока i меньше трех следующее. А затем вы сами увеличивали i снова и снова. Механически в том смысле, что вы должны реализовать все эти шестерни и заставить их вращаться самостоятельно, но это был правильный способ сделать это. В Python мы все еще можем реализовать ту же идею, но нам не нужно ключевое слово int. Нам не нужны никакие точки с запятой. Нам не нужны круглые скобки. Нам не нужны фигурные скобки. Мы не можем использовать плюс-плюс, так что, возможно, это небольшой шаг назад, если вы фанат. Но в остальном код, логика точно такие же. Но есть и другие способы реализовать ту же идею. Напомним, что на языке C мы тоже могли бы это сделать. Вы могли бы использовать цикл for, который делает точно то же самое. И то, и другое правильно. Оба, возможно, хорошо продуманы. Каждому свое, когда дело доходит до выбора между ними. Однако в Python нам придется продумать, как это сделать. Значит, вы не делаете то же самое для цикла, что и c. Самое близкое, что я мог придумать, это то, что вы говорите для a или любой другой переменной, которую вы хотите подсчитать в буквально предлоге. И затем вы используете квадратные скобки здесь. А мы и раньше использовали квадратные скобки в контексте массивов и тому подобных вещей. И 0.1.2 в каком-то смысле выглядит как массив. Хотя мы также видели массивы с фигурными скобками. Но эти квадратные скобки на данный момент обозначают список. В Python нет массивов. Массив – это тот непрерывный кусок памяти, который вы должны каким-то образом изменить, перемещая объекты в памяти, как это было две недели назад. Однако в Python вы можете просто создать такой список, используя квадратные скобки. А еще лучше, как мы увидим, вы можете добавлять или даже удалять вещи из этого списка в будущем. Однако это будет не очень хорошо продумано. Это сработает. Это будет повторено в Python три раза. Но что может сбить вас с толку в этом дизайне, даже если вы никогда раньше не видели Python? Чем этот пример плохо заканчивается? Да. Составляем большой список. Дэвид Малан, да. Если вы составляете большой список, вам нужно вести каждое из этих чисел, например, запятая 3, запятая 4, запятая 5, запятая точка, 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 50, запятая, точка, 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 500. Конечно, это не лучшее решение выводить все эти цифры на экран, бесконечно повторяя их на экране. Итак, в Python другим способом сделать это было бы использовать функцию, называемую range, которая Которая технически сама по себе является типом данных. И это возвращает вам столько значений, сколько вы просите. Диапазон принимает и некоторые другие аргументы, но простейший вариант использования здесь таков. Если вы хотите вернуть числа 0, 1 и 2, в общей сложности 3 значения, вы говорите: Эй, Python, пожалуйста, дайте мне диапазон из трех значений. И по умолчанию они начинаются с 0 и выше. Но это более эффективно, чем было бы жестко закодировать весь список сразу. И лучшая метафора, которую я мог бы придумать, это что-то вроде этого. Вот, например, колода карт это нормальный человеческий размер и здесь предположительно 52 карты. Так что писать код от 0 до 51 было бы немного нелепо по известным вам причинам. И это было бы просто очень громоздко, уродливо и упаковано во все это. Это было бы виртуальным эквивалентом того, что я передал бы вам все эти карточки сразу, чтобы вы просто разобрались с ними. И право же они не такие уж большие, но это очень много карт, за которые нужно держаться. Для этого требуется много памяти или физического хранилища, если хотите. Метафорический диапазон означает следующее. Если вы просите у меня три карточки, я вручаю вам их по одной вот так чтобы в любой момент времени у вас был только один номер в памяти компьютера пока вам не вручат следующий альтернатива предыдущая версия состояла бы в том чтобы сдать мне все три карты сразу или все 52 карты сразу но в данном случае дальность действия просто намного эффективнее вы можете сделать дальность действия 1000 это не даст вам список из 1000 значений сразу это даст вам 1000 значений по одному за раз значительно сократив объем памяти в самом компьютере Хорошо. Итак, помимо этого, как насчет того, чтобы вечно делать что-то с нуля? Ну, мы могли бы сделать это буквально с помощью вечного блока, которого не было в C. В C нам пришлось взломать его вместе, сказав while true, потому что истина по определению tru и всегда истинна. Значит, это просто намеренно создает для нас бесконечный цикл. В Python логика будет почти такой же. А бесконечные циклы в Python, как правило, встречаются еще чаще, потому что вы всегда можете вырваться из них, как это было в C в Python это выглядит примерно так. А это немного более тонко, но фигурные скобки исчезли. Скобки исчезли. Но ведь разница тоже невелика. Заглавная буква Т означает истина, а заглавная буква F означает ложь. Глупые маленькие различия. В конце концов, вы неправильно ведете то одно, то другое. Но это те вещи, на которые нужно обращать внимание и начинать распознавать мысленным взором, когда читаете код. Теперь вопросы по любому из этих строительных блоков. Да. В цикле for я установил значение 0,1 раз для Дэвида Малана, в цикле for я установил значение 0 на первой итерации, затем 1 на следующей, затем 2 на третьей. И то же самое для дальности полета. Он просто не использует так много памяти сразу. А теперь еще вопросы по любому из этих строительных блоков Python. Хорошо. Что же, давайте продолжим и создадим что-то немного большее, чем Hello. Позвольте мне предложить, чтобы вот здесь мы внедрили, может быть, самый простой из калькуляторов. Поэтому позвольте мне вернуться к Versus коду здесь, открыть окно моего терминала и открыть, скажем, файл под названием Calculator.py и в Calculator. Пай у нас будет возможность изучить некоторые из этих строительных блоков, но мы позволим довольно быстро перейти к более интересным примерам, чтобы в конечном счете мы могли сделать то же самое. И собственно говоря, позвольте мне сделать это. Более того, я заранее привез с собой кое-какой код. Например, что-то называемое Calculator 0. C с первой недели C. И позвольте мне пойти дальше и фактически разделить мое окно здесь, чтобы теперь я мог сделать что-то подобное. Позвольте мне подвинуть это сюда-сюда. Calculate. Py. Так что теперь у меня в левой части экрана есть Calculate. C или Calculate 0. C потому что это первая версия, которую я сделал и Calculate. Py справа. Позвольте мне пойти дальше и реализовать действительно ту же идею здесь. Итак, с правой стороны аналог включения CS50. H будет из CS50 import get подчеркивания int, если я действительно захочу использовать эту функцию. Теперь я собираюсь пойти дальше и дать себе переменную x, не определяя ее тип. Я собираюсь использовать эту функцию get подчеркивания int, и я собираюсь запросить у пользователя x, точно так же как в c. Тогда я пойду дальше и предложу пользователю ввести другой int, например у A здесь, точно так же как в c. И в самом конце я собираюсь продолжить и напечатать x плюс y. И это все. Теперь, конечно, у меня есть несколько комментариев в моей версии кода на языке c, просто чтобы напомнить вам о том, что делает каждая строка. Но я все равно разделил это на 6 строк, или на самом деле на 4, если избавлюсь от пустой строки. Так что здесь уже возможно немного туже. Это туже потому что чего-то действительно важного исторически не хватает. Что я, кажется, вообще опустил, чего мы еще толком не выделили. Да? Да. Основная функция исчезла. И на самом деле, может быть, вы считали само собой разумеющимся, что это сработало всего мгновение назад, когда я написал привет. Но у меня тоже не было основной функции в привет. И это тоже особенность Python, а также многих других языков. Вместо того чтобы придерживаться этих давних традиций, если вы просто хотите написать код и что-то сделать прекрасно, просто напишите код и сделайте что-то, не обязательно используя все тот же шаблонный шаблон. Итак, чтобы ни было в вашем файле Python по умолчанию с левым отступом, если хотите, это будет просто код, который интерпретатор выполняет сверху вниз слева направо. Что же, позвольте мне прямо сейчас продолжить и запустить код вот так. Позвольте мне продолжить и снова открыть окно моего терминала, запустить Python из Calculator. Пай. И я сделаю так, что x равно 1, y равно 2. И как вы могли ожидать, это дает мне 3. Небольшая эстетическая ошибка. Я поставил свое место не в том месте. Так что это ошибка новичка. Позвольте мне исправить это с эстетической точки зрения. Позвольте мне повторить Python из Calculator. Пай. Введите 1. Введите 2. И вуаля, теперь снова есть моя та же версия. Но позвольте мне предложить прямо сейчас избавиться от этого тренировочного колеса. Мы не хотим постоянно делать один шаг вперед а затем два шага назад добавляете тренировочные колеса. Поэтому позвольте мне вместо этого сделать это. В моей версии Calculator. Пай предположим, что мы уже убрали обучающее колесо, которое является библиотекой CS50. И позвольте мне вместо этого использовать только встроенную функцию Python, называемую Input, которая буквально делает именно это. Он получает входные данные от пользователя и сохраняет их, как и раньше, в XUI. Так что это не относится к CS50. Это реальное программирование на Python. Что же, позвольте мне продолжить и снова запустить Python из Calculator. Пай. И, конечно, если x равно 1, а ui равно 2, то x плюс ui, конечно, все равно должно быть 3. По-видимому, это 12, согласно Python, до тех пор, пока не будет задействована библиотека CS50. Но кто-нибудь хочет сделать вывод, что только что пошло, не так? Да. Мы всегда так поступаем. Совершенно верно. Функция ввода по замыслу всегда возвращает строку текста. В конце концов, это то, что ввел человек. И даже при том, что да, я набрал цифровые клавиши на клавиатуре, она все равно возвращается в виде всего текста. Теперь, может быть, нам следует использовать функцию get подчеркивания int. Ну, этого не существует в Python. Все, что вы можете сделать, это получить текстовый ввод в строку от пользователя. Но мы можем преобразовать одно в другое. И поэтому, чтобы исправить это, чтобы мы случайно не объединились то есть не объединили x плюс y вместе было бы сделать что-то вроде этого. Позвольте мне вернуться к моему коду на Python здесь. И в то время как все мы раньше могли выполнять приведение типов, мы можем преобразовывать один тип в другой. Это, как правило, не тот случай, когда вы делали что-то сложное, например, строку wind. Вы могли бы превратить символ в wind и наоборот. Но для строки, напомним, в библиотеке CType была специальная функция, называемая a2i как эски в целое число. Это ближайший аналог здесь. И на самом деле способ сделать это в Python состоял бы в том, чтобы использовать функцию, называемую int, которая действительно тоже является именем типа данных, хотя мне еще не приходилось вводить ее. А я могу автоматически преобразовать вывод функции ввода из строки сразу в int. И теперь, если я вернусь в окно своего терминала, повторно запустите Python из Calculator. Python теперь, когда 1 и 2 означают x и y я снова в деле. Так вот, например, что делает библиотека CS50, если временно на этой неделе, она просто занимается преобразованием для вас. И на самом деле плохие вещи могут случиться, если я веду что-то не то, например, собаку или кошку вместо числа. Но мы тоже перейдем этот мост через мгновение. Хорошо. Что если мы сделаем что-то немного другое прямо сейчас с нашим калькулятором? Вместо сложения давайте сделаем деление. Таким образом z равно x, деленному на y, тем самым давая мне третью переменную z. Позвольте мне продолжить и запустить Python из Calculator. Па еще раз. Я наберу 1. На этот раз я наберу 3. И какую проблему, по-вашему, мы сейчас увидим? Или она уже исчезла? Что произошло, когда я сделал это на языке C, хотя и с немного более загадочным синтаксисом, когда я разделил одно число, например, 1 на 3. Кто-нибудь помнит? Да. Вы бы округлили до ближайшего целого числа. Да, так что это округлило бы до ближайшего целого числа, в результате чего вы испытали бы усечение. Итак, если вы возьмете целое число типа 1, вы разделите его на другое целое число типа 3, которое технически должно быть 0,33333, бесконечно длинное. Но в языке C, напомним, вы усекаете значение. Если вы разделите int на int, вы получите обратно int, а это значит, что вы получите только целочисленную часть, которая была равна 0. Теперь Python фактически обрабатывает это за нас и избегает усечения. Но это все равно оставляет нас с еще одной проблемой, которая, например, не обязательно будет видна с первого взгляда. Это выглядит правильно. Это решило проблему в Си. Так что усечение не происходит. Целые числа автоматически преобразуются в число с плавающей запятой, значение с плавающей запятой. Но ну, а какую еще проблему мы споткнулись на первой неделе? Что еще было немного рискованно, когда речь шла о простой арифметике? Кто-нибудь припоминает? Ну, синтаксис в Python немного другой, но позвольте мне продолжить и сделать это. Оказывается, в Python, если вы хотите видеть больше значащих цифр, чем то, что я вижу здесь по умолчанию, а это дюжина или около того. Позвольте мне продолжить и распечатать Z следующим образом. Позвольте мне сначала распечатать строку формата, потому что я хочу отформатировать Z интересным способом. И заметьте, это никак не повлияет на разницу. Это всего лишь строка формата, которая без каких-либо веских причин на данный момент интерполирует Z в этих фигурных скобках, используя строку в string или строку формата. Если я повторю это с 1 и 3, мы увидим действительно точно то же самое. Но когда вы используете строку F, у вас действительно есть возможность отформатировать эту строку более точно. Точно так же, как с F в Python, вы могли бы начать точно настраивать количество значащих цифр, которые вы видите, скорее в C. В Python вы можете сделать то же самое, но синтаксис немного другой. Если вы хотите, чтобы компьютер интерполировал Z и показал вам 50 значащих цифр, то есть 50 чисел после запятой, синтаксис похож на C, но немного отличается. Вы буквально ставите двоеточие после имени переменной. Точка 50 означает Покажите мне десятичную точку, а затем 50 цифр справа а буква F просто указывает, пожалуйста, рассматривайте это как значение с плавающей запятой. Так что теперь, если я повторю Python из Calculator, Pi разделите 1 на 3, к сожалению, Python не решил для нас всех мировых проблем. Это опять же был пример неточности с плавающей запятой. Так что эта проблема все еще скрыта. Так что только потому, что мир продвинулся вперед, не обязательно означает, что все наши проблемы с языком все исчезли. Существуют решения, использующие сторонние библиотеки для научных расчетов и тому подобного. Но неточность с плавающей Запятой по-прежнему остается проблемой. Между тем в языке Си была еще одна проблема, с которой мы столкнулись, связанная с числами и это было переполнение целых чисел. Вспомните, что целое число в оси обычно занимает всего 32 бита, что означало, что вы могли считать до 4 миллиардов. Или может быть, если вы делаете положительные и отрицательные значения, до 2 миллиардов, после чего случались странные вещи. Число будет равно нулю или отрицательному, или оно переполнится или обернется обратно. Что же замечательно, что в Python они по крайней мере решили эту проблему, благодаря чему вы можете считать так высоко, как хотите. И Python просто будет использовать все больше и больше битов и байтов для хранения действительно Больших чисел, так что переполнение целых чисел это не проблема. С учетом сказанного, Python ограничен тем, сколько цифр он покажет вам на экране сразу в виде строки. Но с математической точки зрения, ваша математика теперь будет правильной. Итак, мы сделали пару шагов вперед, один шаг в сторону. Но действительно, мы решили некоторые из наших проблем здесь. Все в порядке. Теперь вопросы по какому-либо из этих примеров на данный момент. Вопрос? Хорошо, хорошо, а как насчет другой проблемы, с которой мы столкнулись в C? Давайте вернемся к ней здесь в Python. Итак, позвольте мне продолжить и здесь с левой стороны, позвольте мне открыть файл, скажем, 3. C слева, и позвольте мне продолжить и создать новый файл справа, который называется compare.py. Потому что вспомните, что плохие вещи случались, когда нам нужно было сравнить два значения в C. Итак, здесь слева, напоминание о том, что мы когда-то делали в C. В соответствии с чем, если мы хотим сравнить значение, мы можем получить int в C, сохранить его в X. Get подчеркивание int в C, сохраните его в Y. Тогда у нас здесь есть наша знакомая условная логика, просто распечатываем, если xx меньше у а или нет. Ну, мы, конечно, можем сделать то же самое в конечном счете в Python, используя какой-нибудь довольно знакомый синтаксис. И давайте просто быстро продемонстрируем это. Позвольте мне тоже перейти сюда. Я сделаю импорт get подчеркивание int из cs50, хотя вместо этого я мог бы сделать это с помощью самой функции ввода. x равно get подчеркивание int, и я предложу пользователю это. u равно get подчеркивание int, и я предложу пользователю это. После этого напомните, что я могу сказать без если x меньше y, то выведите без буквы f, x меньше y. Тогда я могу пойти дальше и сказать, что еще если x больше, чем y, я могу распечатать, цитирую без кавычек, x больше, чем y. Если вы хотите вмешаться сейчас, скажите, что я напортачил. Кто-нибудь есть? Да. Элиф. Элиф, верно? Итак, элиф, если x больше y, иначе эта часть та же самая, выведите x равно y. Здесь нет никакой новой логики, но по крайней мере синтаксически это немного чище. Действительно, эта программа состоит всего из 11 строк, хотя и без каких-либо комментариев. Позвольте мне продолжить и запустить Python Compare. Пай. Py. Давайте посмотрим. Разве один меньше двух? Действительно. Давайте проверим это еще раз. Разве два меньше одного? Нет, это больше чем. И давайте, наконец, введем один и один дважды. x равно y. Таким образом, у нас здесь довольно параллельное преобразование один к одному. Тогда давайте сделаем что-нибудь немного более интересное. На языке C, как насчет того, чтобы вместо этого я открыл что-нибудь, где мы действительно сравнивали с определенной целью. Так что если я открою, начиная с более раннего курса, как насчет Agri, Си, который предложит пользователю согласиться с чем-то или нет. И позвольте мне закодировать новую версию здесь, называемую Agri Пай. И я сделаю это с правой стороны, с Agri Пай. Но на согласитесь. Си слева. Обратите внимание, что именно так мы сделали это, да нет, в Си, мы сравнили C, символ, равный одинарным кавычкам i, или равный одинарным кавычкам i, А затем то же самое для N. Теперь в Python это на самом деле будет немного по-другому. Позвольте мне продолжить и в версии на Python сделать что-то вроде этого мы будем использовать get подчеркивание string. На самом деле нет. В данном случае мы просто будем использовать ввод. Так что давайте сделаем s равным вводу. И мы спросим пользователя о том же самом, вы согласны, знак вопроса. Тогда давайте продолжим и скажем, если s равно равному, как насчет i? А, как мне это сделать? Ну, несколько вещей. Оказывается, я собираюсь сделать это s равно маленькому y. Тогда я пойду дальше и распечатаю согласен. И если s равно заглавный n или s равно строчной n, я пойду дальше и распечатаю не согласен. И я утверждаю на данный момент, что это идентично программе слева в оси. Но в чем же разница? Таким образом, мы по-прежнему придерживаемся той же логики, эти равные равны для сравнения на равенство. Но обратите внимание, что, как ни странно, Python избавился от двух вертикальных полос, и это просто буквально слово или. Если вы помните, что видели амперсант амперсант для выражения логического EVC, вы можете просто написать буквально слово и. Итак, вот намек на то, почему Python, как правило, довольно популярен. Людям просто нравится, что он немного ближе к английскому. Здесь немного меньше загадочного синтаксиса. Теперь это правильно, так как этот код теперь будет работать. Но я я также использовал двойные кавычки вместо одинарных кавычек, и я также опустил несколько минут назад из своего списка типов данных в Python слово char. В Python нет символов. Там нет отдельных символов. Если вы хотите манипулировать отдельным символом, вы используете строку-то есть стер размером 1. Теперь в Python вы можете использовать одинарные или двойные кавычки. Я намеренно везде использую двойные кавычки, просто для согласованности с тем, как мы обрабатываем строки в C. Однако довольно часто вместо этого используются одинарные кавычки. Хотя бы потому, что на большинстве клавиатур вам больше не нужно удерживать клавишу Shift. Люди действительно начали оптимизировать то, насколько быстро они хотят иметь возможность кодировать. Поэтому использование одинарной кавычки, как правило, довольно популярно как в Python, так и в других языках языках. Они в основном одинаковые, одинарные или двойные, в отличие от языка C, где у них есть смысл. Так что это правильно, я утверждаю. И на самом деле, позвольте мне сделать это очень быстро. Я открою окно своего терминала здесь. Позвольте мне избавиться от версии на C и запустить Python из игры. Пай. И я веду Y хорошо, я запущу его еще раз и веду маленькую Y. И я говорю, что это сработает и для нет. Но это не обязательно единственный способ, которым мы можем это сделать. Есть и другие способы реализовать ту же идею. И на самом деле я могу сделать это вместо этого. Позвольте мне вернуться к моему коду здесь. И мы видели намек на это ранее. Мы знаем, что списки существуют в Python, и вы можете создавать их, просто используя квадратные скобки. Так что если я немного упрощу код и просто скажу, находится ли S в следующем списке значений, заглавное Y или строчное Y. Логически это не так уж сильно отличается, но немного сложнее. Это немного компактнее. Так что если S пишется за главной буквой N или строчной буквой N, я тоже могу выразить уже идею. Так что здесь опять же писать код становится немного приятнее. Стало меньше ударов по клавиатуре. Вы можете выражаться немного более лаконично. И используя ключевое слово in, Python выяснит, как выполнить поиск по всему списку, независимо от значения s. И если он найдет его, то автоматически вернет значение true. В противном случае он вернет значение false. Так что если я запущу agree. А еще раз наберите заглавную букву Y или строчную букву Y, это и сейчас работает. Что же, я могу еще больше усилить это, если захочу добавить больше функций. Хорошо, а что если я хочу поддерживать не только big Y и little y? Но как насчет да или да, или в случае, если пользователь кричит или кто-то, кто плохо разбирается в caps lock, вводит да? Подождите минутку. Но это может быть странно. Мы хотим поддержать это или это? Это просто становится очень утомительно быстро комбинаторно, если учесть все эти возможные перестановки. Что было бы умнее, чем сделать что-то подобное, если вы хотите просто быть в состоянии терпеть, да, в любой форме заглавных букв? по логике вещей, что было бы неплохо. Может быть, каким бы ни был вот, вы просто переведете его во все строчные и прописные буквы, а затем переделаете? Именно так. Супер распространенная парадигма. Почему бы нам просто не заставить пользователя вводить все строчные или все прописные буквы, не имеет значения, пока мы не противоречивы. И просто сравнить со всеми прописными или строчными буквами. И это избавит вас от всех возможных перестановок, в противном случае. Сейчас на языке C мы могли бы сделать что-то подобное. Мы могли бы упростить весь этот список и просто сказать, Давайте предположим, что мы сделаем, как насчет нижнего регистра. Так что Y или Да, и мы просто оставим все как есть. Но нам нужно прямо сейчас перевести букву S в нижний регистр. Ну, в языке C мы бы использовали библиотеку C-Type. Мы бы сделали ту лоу и вызвали эту функцию, передав ее внутрь. Хотя на самом деле это не так, потому что в C-Type они оперируют отдельными символами или символами, а не целыми строками. На самом деле мы не видели функции, которая могла бы преобразовать целую строку в C в нижний регистр. Но в Python мы собираемся воспользоваться и некоторыми другими функциями. Оказывается, Python поддерживает так называемое объектно ориентированное программирование. И мы собираемся только. Поцарапать поверхность этого в CS50 но если вы пройдете курс программирования на языке C более высокого уровня или CS вы исследуете это как другую парадигму до сих пор в языке C мы фокусировались на том что на самом деле называется процедурным программированием вы пишете процедуры вы пишете функции сверху вниз слева направо и когда вы хотите изменить какое-то значение у нас вошло в привычку использовать процедуру то есть функцию вы передадите что-нибудь например переменную функцию такую как таупа или талауа и она сделает свое дело и вернет вам значение. Что же, оказывается, с точки зрения программирования было бы лучше, если бы некоторые типы данных просто имели встроенную функциональность? Почему у нас здесь есть наши переменные и все наши вспомогательные функции, такие как Таупа и Талава, так что нам постоянно приходится передавать одну в другую? Было бы неплохо встроить в наш тип данных некоторую встроенную функциональность, чтобы вы могли изменять переменные, используя их собственную встроенную функциональность по умолчанию. Итак, объектно-ориентированное программирование, иначе известное как ООП, это метод, при котором определенные типы значений, такие как строка, она же стер, не только имеют свойства внутри них, атрибуты, точно так же, как структура в C, ваши данные также могут иметь встроенные в них функции. Итак, в то время как в языке C, который не является объектно ориентированным, у вас есть структуры. А структуры могут хранить только данные, такие как имя и номер при реализации человека. В Python у вас может быть, например, не просто структура, иначе известная как класс, хранящая имя и номер. У вас может быть функция, вызывающая этого человека или отправляющая ему электронное письмо, или фактические глаголы или действия, связанные с этим фрагментом данных. Теперь в контексте строк оказывается, что строки обладают множеством полезных функций. И на самом деле по этому URL-адресу здесь, который находится в dax.python.org, который является официальной документацией для Python, вы увидите целый список методов, то есть функций, которые поставляются со строками, которые вы действительно можете использовать для изменения их значений. И я имею в виду под этим следующее. Если мы пройдемся по документации, покопаемся, то выяснится, что строки поставляются с функцией, называемой low. И если вы хотите использовать эту функцию, вам просто нужно использовать немного другой синтаксис, чем в C. Вы не делаете этого ниже, и вы не говорите, как я только что сказал, ниже, потому что эта функция встроена в саму S. И точно так же, как в языке C, когда вы хотите зайти внутрь переменной, например, структуры, и получить доступ к фрагменту данных внутри нее, например, имени или номеру. Когда у вас также есть функции, встроенные в типы данных. Он же методы. Метод это просто функция, встроенная в фрагмент данных, в данном случае вы можете использовать S-образный нижний открытый парен, закрытый парен. И я могу сделать это и здесь. Если S опустить, цитирую без кавычек N или нет, все это целиком, я могу заставить все это написать в нижнем регистре. Итак, единственное отличие здесь сейчас в объектно ориентированном программировании, вместо того, чтобы постоянно передавать значение в функцию. Вы просто получаете доступ к функции, которая находится внутри значения. Это просто работает из-за того, как определен сам язык. И единственный способ узнать, существуют ли эти функции, это документация, класс книга, веб-сайт или что-то подобное. Теперь вопросы по этой технике. Хорошо, я утверждаю, что это правильно. Так вот, даже если вы никогда не программировали, большинство из вас раньше работали на Python не очень хорошо. Сейчас в строках 3 и 5 вместе есть тонкая неэффективность. Что глупого в том, как я использовал лоу, как вы думаете? Да. Мне кажется, что использовав его дважды, вы просто захотите еще одного Дэвида Малана. Да. Если вы собираетесь дважды использовать одну и ту же функцию и задавать один и тот же вопрос, ожидая одного и того же ответа, почему вы вызываете саму функцию дважды? Может быть, нам стоит просто сохранить результат в переменной, чтобы мы могли сделать это несколькими разными способами. Мы, например, могли бы подняться сюда и создать другую переменную, называемую t, и установить ее равный s. Ниже. А затем мы могли бы просто изменить это на t здесь. Но, честно говоря, я не думаю, что нам технически нужна совсем другая переменная здесь. Я мог бы просто просто сделать что-то вроде этого. Давайте изменим значение S на его строчную версию. И поэтому теперь я могу просто ссылаться на S снова и снова вот так, повторно используя одно и то же значение. Теперь, чтобы быть уверенным, я только что потерял исходный ввод пользователя. И если меня это волнует, если они набрали все заглавные буквы, я больше понятия не имею. Так что, возможно, я действительно хочу использовать отдельную переменную в целом. Но и здесь следует сделать вывод, что строки в Python технически являются тем, что мы будем называть неизменяемыми, то есть они не могут быть изменены. Это было неверно. На все. Как только мы дали вам массивы на второй неделе или память на четвертой неделе, вы могли отправиться в город на строку. И изменить любой из символов, которые вы хотите, верхний регистр, нижний регистр, изменить его, сократить и так далее. Но в данном случае это возвращает копию буквы S, принудительно написанную в нижнем регистре. Это не меняет исходную строку, то есть байты в памяти компьютера. Когда вы присваиваете ее обратно S, вы по сути забываете о старой версии S. Но поскольку Python управляет памятью за вас, нет мелок, нет free, Python автоматически освобождает исходные байты, такие как у AES, и передает их обратно в операционную систему для вас. Все в порядке. Теперь вопросы по этой технике. Вопросы по этому поводу. В общем, я обращусь к вам. Документация по Python станет вашим другом, потому что на занятиях мы будем только царапать поверхность некоторыми из этих вещей. Но в dax.python.org, например, есть целая ссылка на все встроенные функции, поставляемые с языком, а также, например, на функции со строкой. Хорошо. Прежде чем мы сделаем перерыв, давайте продолжим и создадим что-то немного знакомое, основанное на наших неделях здесь в Си. Позвольте мне предложить нам вернуться к тем примерам, в которых фигурируют некоторые мяуканья. Так, например, когда наша кошка мяукала в первую неделю, а затем на второй в Си, мы сделали то, что поначалу было немного глупо. В результате чего мы создали файл, как я сделаю здесь, на этот раз называемый мяу. Пай. А если я хочу, чтобы кошка мяукнула три раза, я мог бы запустить ее один раз. Вот так, небольшим копипастом. А теперь питон из мяу. Пай из меня хватит. Мы посетили этот пример по крайней мере два раза, теперь в Scratch FC. Это правильно я оговорюсь, но что очевидно плохо спроектировано. В чем здесь ошибка? Да. Это должен быть просто цикл. Это должен быть просто цикл, верно? Зачем печатать это три раза? Буквально копирование и вставка это почти всегда плохо, за исключением языка C, когда у вас есть прототипы функций, которые вам нужно позаимствовать. Но в данном случае это просто неэффективно. Так что же мы могли бы сделать лучше здесь в Python? Ну, в Python мы, вероятно, могли бы изменить это несколькими различными способами. Мы могли бы позаимствовать часть синтаксиса, предложенного нами ранее в форме слайда, например, дать мне переменную с именем i. Установите для нее значение 0 без точки с запятой. Пока мне меньше трех лет, если я захочу сделать это три раза, я могу пойти дальше и распечатать мяу. А затем я могу сделать я плюс равным 1. И я думаю, что это помогло бы. Питон из мяу. По I мы уже вернулись к делу. Ну, если бы я хотел изменить это на цикл for, ну, в Python это было бы немного сложнее, но это был бы не лучший подход. Итак, для i в 0.1, вторая мог бы просто напечатать мяу, вот так. И это тоже помогло бы выполнить работу. Но судя по нашему предыдущему обсуждению, это довольно быстро стало бы глупо, если бы вам пришлось продолжать перечислять все эти ценности. Что мы ввели вместо этого? Функция диапазона. Точно. Так что это возвращает мне намного эффективнее именно те ценности, которые я хочу действительно по одной за раз. Так что даже в этом случае, если я прогоню его в третий или четвертый раз, мы получим тот же результат. Но теперь давайте перейдем к тому, к чему мы пришли в свое время. Как мы можем начать модулизацию этого? Я утверждал, что было бы неплохо, если бы Массачусетский технологический институт предоставил нам функцию мяукани. Разве не было бы неплохо, если бы Python предоставил нам функцию мяукани? Может быть в Python она менее привлекательна, но как я могу создать свою собственную функцию? Ну, я вкратце проделал это с помощью проверки орфографии ранее. Но позвольте мне пойти дальше и предложить, чтобы мы могли реализовать нашу собственную версию этого на Python следующим образом. Позвольте мне начать все сначала и использовать ключевое слово def. Так что этого не существовало в C. У вас было возвращаемое значение, имя функции, аргументы. В Python вы буквально говорите def, чтобы определить функцию. Вы даете ей имя, например мяу. А теперь я пойду дальше и в этой функции просто распечатаю мяу. И это позволит мне изменить его на все, что я захочу в будущем. Но пока это абстракция. И на самом деле я могу убрать его с глаз долой и с сердца вон, просто нажму Enter несколько раз, чтобы притвориться, что он существует, но мне все равно, как он реализован. И здесь наверху, прямо сейчас, я могу сделать что-то подобное. Поскольку я нахожусь в диапазоне 3, позвольте мне пойти дальше и больше не печатать мяу. Позвольте мне просто называть вас мяу и еще больше ужесточить свой код. Давайте посмотрим. Python из мяу. Пай. Я думаю, это будет первый раз, когда он работает неправильно. Хорошо. Итак, здесь мы имеем, к сожалению, нашу первую ошибку в Python. Давайте посмотрим. Синтаксис будет отличаться от вывода C или Clangs. Трассировка – это термин искусства здесь. Это похоже на трассировку всех строк кода, которые только что были выполнены, или на самом деле функции, которые вы вызвали. Имя файла неинтересно. Это мое кодовое пространство, в частности, но имя файла здесь важно. Мяу, пай. Проблема в нашей строке 2, окей, я не очень далеко продвинулся, прежде чем облажался, и потом там ошибка в названии. И вы увидите, что в Python обычно есть ключевые слова с заглавной буквы, которые намекают на то, в чем проблема. Это что-то связанное с именами переменных. Мяу не определено. Все в порядке. Вы впервые программируете на Python. Вы облажались. Вы следуете какому-то онлайн-учебнику. Вы видите это. Рассуждайте здраво. Почему мяу может быть не определено? Какой вывод мы можем сделать о Python? Как логически устранить неполадки? Может быть, это потому, что мяу определяется после? Каким бы умным ни казался Python по сравнению с C, у них есть некоторые схожие конструктивные характеристики. Так что давайте попробуем это. Итак, позвольте мне прокрутить весь путь назад до того места, куда я переместил это ранее. Позвольте мне избавиться от этого там внизу. Я скопирую это в свой буфер обмена. И позвольте мне просто сколотить кое-что вместе. Позвольте мне просто поместить это сюда. И давайте посмотрим, сработает ли это. Так что теперь позвольте мне очистить свой терминал, запустить Python из мяу. Пай. Хорошо. Мы снова в деле. Так что на самом деле это была действительно хорошая интуиция. Хорошая техника отладки, просто рассуждайте здраво. Это противоречит тому, что я утверждал еще на первой неделе, а именно... Основная часть вашей программы в идеале должна быть просто в верхней части файла. Не заставляйте меня искать ее. В четырехстрочной программе нет ничего особенного, но если у вас 40 или 400 строк, вы же не хотите, чтобы пикантная часть вашей программы находилась здесь внизу, а все эти функции здесь наверху. Так что может быть было бы неплохо, если бы у нас действительно была основная функция. И вот на самом деле, оказывается, в Python принято определять основную функцию. Это не специальная функция, которая вызывается автоматически как в C. Но люди поняли, знаете что? Это была довольно полезная функция. Позвольте мне определить функцию, которая называется main. Позвольте мне сделать отступ под этими строками. Позвольте мне практиковать то, что я проповедую, а именно поместить основной код в начало файла. И что удивительно, теперь в Python вам не нужны прототипы. Здесь нет такого хакерского копирования и вставки типа возвращаемого значения имени и аргументов функции, как нам было нужно в C. Теперь все в порядке, за исключением одной незначительной детали. Позвольте мне продолжить и запустить Python из Meow. Пай. Надеюсь, теперь я решил эту проблему, получив основную функцию. Но сейчас ничего не произошло. Все в порядке. Даже если вы никогда раньше не программировали на Python, чем можно объяснить такое поведение и как мне это исправить? Опять же, когда вы находитесь в реальном мире, изучая какой-то новый язык, все, что у вас есть, это дедуктивная логика для отладки. Да? Я помню, что на C, хотя мы... Дэвид Малан? Верно. Итак, решение, чтобы быть ясным на C, состояло в том, что мы должны были разместить прототип здесь. В противном случае мы получили бы сообщение об ошибке. В данном случае я на самом деле не получаю сообщения об ошибке. И действительно, я утверждаю, что вам не нужны прототипы на Python. Просто в этом нет необходимости, потому что это раздражало, если не больше. Но что еще можно объяснить? Да, сзади. Да, может быть вам придется позвонить в саму главную. Если Main не является каким-то особым статусом в Python, может быть просто потому, что он существует недостаточно. И действительно, если вы хотите позвонить в Main. Новое соглашение на самом деле будет заключаться в том, чтобы, как правило, в самой последней строке вашей программы буквально называть Main. Это выглядит немного глупо, но они приняли дизайнерское решение. И вот как мы теперь обходим это: Python из Meao. Py. Теперь мы снова в деле. Но теперь рассуждая логически, почему это работает именно так. Ну в данном случае сверху вниз, строка 1 говорит Python определить функцию, называемую main, а затем определить ее следующим образом, строки 2 и 3. Но она еще не вызывает main. Строка 6 говорит Python, как определить функцию под названием miau, но она еще не вызывает эти строки. Теперь в строке 10 вы говорите Python, вызовите main. И на этом этапе Python был обучен, если хотите знать, что такое main в строке 1, знать, что такое мяу в строке 6. Итак, теперь для main совершенно нормально быть выше мяу, потому что вы им еще ни разу не звонили. Вы определили, определили, а потом позвонили. И в этом логика. Есть ли сейчас какие-нибудь вопросы по структуре этой техники здесь? А теперь давайте сделаем еще один. Напомним, что последнее, что мы сделали в скретче на языке C, это фактически параметризовали эти же функции. Так что предположим, что вы не хотите, чтобы main отвечал здесь за цикл. Вместо этого вы хотите очень просто сделать что-то вроде мяу три раза и покончить с этим. Ну, в Python это будет похоже по духу на C но опять же нам не нужно постоянно упоминать типы данных. Если вы хотите, чтобы мяу принимала какой-то аргумент, например число n, вы можете просто указать n в качестве имени этого аргумента. Или вы можете называть его как угодно, конечно, как вам угодно. Вам не нужно указывать int или что-то еще. В вашем коде теперь внутри мяу, вы можете сделать что-то вроде для i, скажем так, я определенно не могу этого сделать. Потому что это было бы странно, начинать список и заканчивать его на N. Итак, если я могу вернуться сюда, каково же решение? Как я могу сделать что-то N раз? Да, используя дальность действия. Так что дальность действия это хорошо, потому что теперь я могу передать эту переменную N. И теперь я могу мяукать, упс. Теперь я могу распечатать, цитирую без кавычек мяу. Так что это почти то же самое, что и в Scratch. Почти то же самое, что и в C. Но все немного проще. И если я сейчас запущу мяу, пойти Теперь у меня будет возможность сделать это и здесь. Хорошо, есть вопросы по этому поводу. Прямо сейчас мы совершаем эту прогулку в течение первой недели. Мы собираемся на мгновение усилить работу, чтобы рассмотреть не только некоторые из этих основ, но и другие функции. Как мы видели с распознаванием лиц с помощью орфографии или тому подобного. Из-за того, как много нас здесь, у нас в вестибюле огромное количество конфет. Так почему бы нам не сделать 10-минутный перерыв? А когда мы вернемся, мы сделаем еще более причудливые и мощные вещи с Python за 10 минут. Хорошо. Итак, мы вернулись. Сейчас одна из наших целей – вести еще несколько строительных блоков, чтобы в конце мы могли решать более интересные проблемы, очень похожие на те, с которых мы начали. Вы, наверное, помните, что несколько недель назад мы играли с этим двумерным миром Super Mario, и мы пытались напечатать вертикальный столбец из трех или более кирпичей. Что же, позвольте мне предложить нам использовать это как возможность прямо сейчас поработать с некоторыми более полезными и удобными функциями Python. Итак, позвольте мне закодировать файл, который называется Mario. и давайте просто распечатаем эквивалент этого вертикального столбца. Значит, он имеет высоту 3 каждый из них представляет собой хэш. Поэтому давайте сначала сделаем для i в диапазоне 3, и давайте просто распечатаем один хэш. И я думаю, что теперь Python из Mario. Пай вуаля. Мы занимаемся бизнесом, печатаем там точно такую же колонку. Но что если мы захотим напечатать колонку некоторой переменной высоты, где пользователь сообщит нам, какой высоты он хочет ее видеть? Хорошо, позвольте мне подняться сюда, например, и вместо этого как насчет. Давайте сделаем это. Как насчет импорта CS50? Как насчет функции get подчеркивание int, как и раньше. Так что она будет заниматься тем, чтобы убедиться, что пользователь дает нам целое число. И теперь в прошлом всякий раз, когда мы хотели получить число от пользователя, мы фактически следовали определенной парадигме. На самом деле, если я открою здесь, например, как насчет Mario 1. Си некоторое время назад, вы можете вспомнить, что у нас был такой код. И мы специально используем цикл do while все всякий раз, когда хотим получить что-то от пользователя, возможно, снова, снова и снова, пока он не начнет сотрудничать. В этот момент мы, наконец, выходим из цикла. Оказывается, в Python есть циклы while, есть циклы for, нет циклов do while. И все же почти каждый раз, когда вы получали пользовательский ввод, вы, вероятно, использовали эту парадигму. Так что получается, что эквивалент этого на Python сделать то же самое по духу, но с использованием только цикла while. И распространенная парадигма в Python, как я упоминал ранее, состоит в том, чтобы фактически намеренно вызывать бесконечный цикл, когда true за главная буква T. А затем делать то, что вы хотите, например, получать int от пользователя и запрашивать у него высоту, например, о которой идет речь. И затем, если вы уверены, что пользователь дал вам то, что вы хотите, например n больше 0, что в данном случае мне и нужно, потому что мне нужно целое положительное число. В противном случае печатать нечего, вы буквально просто выходите из цикла. Итак, мы действительно могли бы использовать эту технику в C. На самом деле это просто не делается в C. Вы могли бы абсолютно точно в C выполнить цикл while True со скобками в нижнем регистре True. Вы могли бы вырваться из этого и так далее. Но в Python это путь Python. И это на самом деле художественный термин. Этот путь в Python питонический это так, как это делают все, цитирую без кавычек. Это не значит, что вы должны это делать, но именно так крутые программисты на Python реализовали бы подобную идею, пытаясь сделать что-то снова, снова и снова, пока пользователь действительно не начнет сотрудничать. Но все, что мы сделали, это убрали цикл do while. Но все же по логике вещей мы можем реализовать ту же идею. Теперь под этим позвольте мне продолжить и просто распечатать, потому что на этот раз я в диапазоне n, потому что я хочу, чтобы оно было переменным, а не 3. Я могу продолжить и распечатать хэш, Позвольте мне продолжить и избавиться от версии C здесь. Откройте окно моего терминала и я снова запущу Python из Mario. Пай. Я наберу 3 и получу обратно эти 3 хэша. Но если я вместо этого наберу 4, то теперь вместо этого получу 4 хэша. Таким образом, вывод здесь заключается в том, что это был бы способ, например, фактически вернуть значение в Python, которое соответствует некоторому параметру, например, больше 0. Как насчет этого? Давайте на самом деле попрактикуемся в том, о чем мы проповедовали мгновение назад, с нашими примерами мяуканья и учтем все это. Позвольте мне продолжить и определить основную функцию, как и раньше. Позвольте мне продолжить и предположить на данный момент, что существует функция get подчеркивания хайт, чего нет в Python. Я собираюсь изобрести ее буквально через мгновение. А теперь я собираюсь пойти дальше и сделать что-то вроде этого. Поскольку я нахожусь в пределах этого роста, что же, давайте продолжим и распечатаем эти хэши. Так что я предполагаю, что get подчеркивания хайт существует. Позвольте мне продолжить и реализовать эту абстракцию, поэтому прямо сейчас определите функцию, которая называется get хайт. В этом дизайне она не будет принимать никаких аргументов. Хотя это правда, я могу пойти дальше и сделать то же самое, что и раньше. Назначить переменной n возвращаемое значение get подчеркивание int, запрашивающее у пользователя эту высоту. А затем, если n больше 0, я могу пойти дальше и сломаться. Но если я сломаю здесь, я, по логике вещей, точно так же, как в C, закончу выполнение ниже рассматриваемого цикла. Но там ничего нет. Но если я хочу, чтобы get подчеркивания height возвращал высоту, что мне следует ввести здесь в строке 14 по логике вещей? Что я хочу вернуть, чтобы было понятно? Да, так что я действительно хочу вернуть N. А вот еще одно любопытство Python по отношению к C. Похоже проблемы с областью действия больше нет, верно? В C было очень важно не только объявлять свои переменные с типами данных, вы также должны были помнить о том, где они существуют внутри этих фигурных скобок. В Python, оказывается, можно быть немного свободнее с вещами к лучшему это или к худшему. Итак, в строке 11, если я создам переменную с именем N, она существует в строке 11, 12 и даже 13 вне цикла while. Чтобы внести ясность, в языке C с циклом while у нас обычно не было бы двоеточия. У нас была бы фигурная скобка, как здесь и здесь. И неделю назад я бы утверждал, что в CN не существует вне цикла while по природе этих фигурных скобок. Несмотря на то, что фигурные скобки исчезли, Python фактически позволяет вам использовать переменную в любое время после того, как вы присвоили ей значение. Так что она немного мощнее как таковая. Однако я могу немного ужесточить это логически. И это верно в случае C. На самом деле мне не нужно выходить из цикла с помощью break. Вспомните это или знаете, что я действительно могу, как только я буду готов к работе, я могу просто вернуть значение, которое меня волнует, даже внутри цикла. И это будет иметь побочный эффект, заключающийся в том, что я выйду из цикла, а также в том, что я выйду из всей функции и вернусь к ней. Так что здесь нет ничего слишком нового с точки зрения C по сравнению с Python, за исключением этой проблемы с областью действия. И я действительно вернул n внизу, просто чтобы дать понять, что n все равно будет существовать. Так что любое из этих утверждений верно. Теперь у меня просто есть программа на Python, которая, как я думаю, позволит мне реализовать ту же идею Марио. Так что давайте запустим Python из Марио. Пай. И, хорошо, значит ничего не случилось. Python из Марио. Пай. Что я сделал не так? Да, я должен позвонить Мейну. Итак, в нижней части моего кода я должен позвонить Мейну сюда. И это стилистическая деталь, которая была неуловима. Вообще говоря, когда вы пишете на Python, руководство по стилю CS50 как такового нет. На самом деле есть руководство по стилю Python, которого придерживается большинство людей. И в данном случае двойные пустые строки между функциями являются нормой. Я делаю это намеренно, хотя в противном случае это могло бы быть неочевидно. Но теперь, когда я позвонил в main по линии 16, давайте запустим. Допустим, Марио. По еще раз. Ага, теперь мы это видим. Введите три, и я возвращаюсь к делу, распечатывая там значение. Да? Почему вы это делаете? Почему вы не можете? Конечно. Зачем мне вообще нужно условие если? Почему я не могу просто вернуть n здесь, как при выполнении ретерна? Или если я действительно хочу быть кратким, технически я мог бы просто сделать это. Единственная причина, по которой я добавил условие если, заключается в том, что если пользователь вводит отрицательный 1, отрицательный 2. Я хотел бы запрашивать их снова и снова. Вот и все. Но это тоже было бы вполне приемлемо, если бы вас устраивал такой результат. Что же, позвольте мне сделать здесь еще одну вещь, чтобы указать, почему мы так часто используем get подчеркивание int. Это новое тренировочное колесо Хотя и временное. Итак, позвольте мне вернуться к тому, как это было мгновение назад, и позвольте мне предложить прямо сейчас убрать get подчеркивания int. Ранее я утверждал, что если вы не используете get подчеркивания int, вы можете просто использовать саму функцию ввода из Python. Но это всегда возвращает строку или стэр. Итак, помните, что вы должны передать вывод функции ввода в int либо в той же строке, либо если вы предпочитаете в другой строке. Но оказывается, чего я не сделал так это не показал вам, что произойдет, если вы не будете сотрудничать с программой. Так что если я запущу Python из Mario, Py теперь отлично работает, даже без функции get подчеркивания int. И я могу сделать это с помощью 4. Все еще отлично работает. Но позвольте мне очистить свой терминал и быть сложным, теперь как пользователь, и вместо этого вести кошка для высоты. Видите, теперь мы снова видим одну из этих трассировок. Это другая. Это не ошибка в названии, а по-видимому ошибка в значении. И если я проигнорирую то, чего не понимаю, я увижу недопустимый литерал для int с основания м 10 код. Это загадочный способ сказать, что CAT не является числом в десятичной системе счисления. И поэтому мне, похоже, придется как-то разобраться с этим случаем. И если вы хотите проявить больше любопытства, вы увидите, что это действительно прослеживаемая информация. И C, как правило, тоже так делает, иначе отладчик сделал бы это из-за вас. Вы можете увидеть все функции, которые были вызваны, чтобы привести вас к этому моменту. Так что, по-видимому, моя проблема изначально находится в строке 14. Но строка 14, если я продолжу прокручивать, неинтересно. Это главное. Но строка 14 ведет меня к выполнению строки. 2, которая действительно находится в главной. Это приводит меня к выполнению строки 9, которая находится в get, подчеркивание hide. Итак, хорошо, вот в чем проблема. Итак, ближайший номер строки к сообщению об ошибке это тот, который, вероятно, раскрывает больше всего. Строка 9 это то, в чем моя проблема. Поэтому я не могу просто слепо запросить у пользователя ввод, а затем преобразовать его в int, если они не собираются давать мне int. Теперь, как нам с этим бороться? Ну, вернемся ко второму набору задач. Возможно, вы помните, как проверяли, что пользователь ввел число и использовали цикл for и тому подобное. Оказывается, есть лучший способ сделать это в пай, Python, и семантика там есть. Если вы хотите попытаться преобразовать что-то в число, которое на самом деле может и не быть числом. Оказывается, в Python и некоторых других языках буквально есть ключевое слово, называемое try. И если бы это существовало только в течение последних нескольких недель, я знаю. Но вы можете попробовать сделать следующее с помощью своего кода. Что я хочу попробовать сделать? Хорошо, я хочу попробовать выполнить эти несколько строк, за исключением случаев, если есть ошибка. Так что я могу сказать: за исключением случаев, если есть ошибка в значении, в частности, та, которую я испортил и создал Назад. И если есть ошибка в значении, я могу распечатать информационное сообщение пользователю, например, не целое число или что-нибудь еще. И то, что происходит здесь и сейчас, буквально является этим ключевым словом. Попробуйте. Python попытается получить входные данные и попытаться преобразовать их в int. И он попытается проверить больше ли оно 0, а затем попытается вернуть его. Почему? Три из этих строк находятся внутри с отступом под блоком попробовать, за исключением случаев, если что-то пойдет не так, в частности произойдет ошибка в значении. Тогда печатается вот это. Но ничего не возвращается. И поскольку я нахожусь в цикле, это означает, что он будет делать это снова и снова и снова, пока человек действительно не согласится сотрудничать и не даст мне реальный номер. И это тоже то, что мир назвал бы питаническим. В Python вам не обязательно тщательно проверять вводимые пользователям данные, чтобы убедиться, что он не напортачил. Вы честно придерживаетесь более вялого подхода и просто пытаетесь что-то сделать, но ловите ошибку, если это происходит. Так что ловить это тоже художественный термин, хотя здесь это не ключевое слово. За исключением того, что если что-то случится, вы справитесь с этим. Так что вы стараетесь и справляетесь с этим. Вы программируете изо всех сил, если хотите. Но это заложено в мышлении сообщества программистов на Python. Так что теперь, если я буду использовать Python из Mario, по я сотрудничаю, работает отлично, как и прежде. Постарайтесь добиться успеха. Три работы. Четыре работы. Однако, если я попытаюсь потерпеть неудачу, набрав кошка, она не выйдет из строя сама по себе. Она не покажет мне ошибку. Она покажет мне что-то более удобное для пользователя, например, не целое число. А затем я могу попробовать еще раз с собакой. Не целое число. Я могу попробовать еще раз с 5 И теперь это работает. Так что, как правило, мы не будем заставлять вас писать много на манер этих блоков, кроме попыток, только потому что они быстро становятся немного сложнее. Но это для того, чтобы показать, что делает функция get подчеркивания int. Вот почему мы даем вам тренировочные колеса, чтобы когда вы захотите получить int, вам не пришлось перепрыгивать через все эти надоедливые обручи, чтобы сделать это. Но это все, что библиотека на самом деле делает для вас это просто стараться и учиться. В конечном счете у вас не останется никаких тренировочных колес. Теперь вопросы о том, как получить информацию и попробовать таким образом. Есть ли вообще что-нибудь? Да. Я все еще пытаюсь блокировать. О, не могли бы вы поставить условия вне блока попытка? Короткий ответ. Да. И на самом деле я боролся с этим прошлой ночью, когда настраивал этот пример чтобы показать простейшую версию. Я откажусь от того, что на самом деле я должен был пытаться буквально сделать только самую хрупкую часть. И затем здесь внизу я должен действительно делать то, что вы предлагаете, а именно выполнять условия здесь. Проблема, однако, в том, что по логике вещей все быстро запутывается не так ли, потому что за исключением случаев ошибки в значении я хочу вывести не целое число. Я не могу сравнить n с 0, потому что n не существует, потому что произошла ошибка. Оказывается, я вам это покажу. Теперь это продвинутая версия Python, на самом деле в Python есть ключевое слово else. Которое вы можете использовать в Python, которая не сопровождается if или elif. Это сопровождает попытку исключения, что, по-моему, странно сбивает с толку. Другое слово было бы лучше. Но если вы действительно предпочитаете, я мог бы сделать это вместо этого. И это одна из тех дизайнерских вещей, с которыми разумные люди не согласятся. Вообще говоря, вам следует попытаться выполнить только одну линию, которая вполне может потерпеть неудачу. Но, честно говоря, это выглядит глупо. Нет, это просто излишне сложно. Так вот, я сам предпочел оригинал, который был. Да, я пробую добавить несколько дополнительных строк, которые действительно не подведут с математикой. Точки зрения. Но это просто жестче, так чище. И вот опять же аргументы того рода, которые вы начнете приводить сами, когда освоитесь с программированием. У вас будет свое мнение. Вы с кем-то не согласитесь. И до тех пор, пока вы можете подкрепить свои доводы, это вероятно, довольно разумно. Хорошо. Так как насчет того, чтобы мы прямо сейчас забрали какой-нибудь кусочек магии, который был здесь некоторое время, позвольте мне продолжить и удалить все это здесь. И позвольте мне предложить, чтобы мы вернулись не к этой вертикальной колонке исключением, которые могут возникнуть в результате получения входных данных. А к этим горизонтальным вопросительном. Знаком, которые мы видели некоторое время назад. Поэтому я хочу, чтобы все эти вопросительные знаки стояли на одной линии. И все же я беспокоюсь, что здесь мы столкнемся с проблемой, потому что печать до сих пор автоматически помещала новые строки повсюду, даже без этих обратных косых букв N. Что же, позвольте мне предложить нам сделать это. Ибо я в пределах 4. Если я хочу 4 вопросительных знака, позвольте мне просто напечатать 4 вопросительных знака. К сожалению, я пока не думаю, что это правильно. Позвольте мне запустить Python из Mario. Py. И конечно же, это дает мне колонку вместо ряда вопросительных знаков которые я хочу так как же нам это сделать ну оказывается если вы прочтете документацию по функции печати то окажется что печать что возможно неудивительно также принимает множество различных аргументов и на самом деле если вы обратитесь к документации вы увидите, что для этого требуются не только позиционные аргументы, то есть слева направо разделенные запятыми. Оказывается, Python поддерживает более привлекательную функцию с аргументами, где вы также можете передавать имена аргументов функциям. Так что же я имею в виду? Если я вернусь к Versus-коду здесь и прочитаю документацию, окажется, что да, как и раньше, вы можете передавать несколько аргументов в Python вот так. Здравствуйте, запятая древит, запятая налан это просто автоматически объединит все три этих позиционных аргумента вместе. Они позиционные в том смысле, что они буквально перетекают слева направо разделенные запятыми. Но если вы не хотите просто передавать такие значения, вам нужно распечатать, как я делал раньше, знак вопроса. Но вы хотите переопределить поведение печати по умолчанию, изменив окончание строки, вы действительно можете это сделать. Вы можете использовать имя аргумента, о существовании которого вы знаете из документации, и установить его равным некоторому альтернативному значению. И на самом деле, хотя это выглядит загадочно, Именно так я бы переопределил конец каждой строки в кавычках без кавычек. Это ничего, потому что если вы читали документацию, значение по умолчанию для этого конечного аргумента кто-нибудь хочет угадать. Это обратная косая черта n. Поэтому, если вы прочтете документацию, вы увидите, что обратная косая черта n является подразумеваемым значением по умолчанию для этого конечного аргумента. И поэтому, если вы хотите его изменить, вы просто говорите, что конец равен чему-то другому. И поэтому здесь я могу изменить его на ничто. А теперь повторите Python из Марио. Пай. И теперь они все в одной очереди. Это выглядит немного глупо потому что на той неделе я допустил одну ошибку, когда мне все еще нужно было переместить курсор на следующую строку. Это просто другая проблема. Я просто пойду сюда и ничего не напечатаю. Мне даже не нужно печатать обратную косую черту n, потому что если принт автоматически выдает вам обратную косую черту n, просто вызовите принт ни с чем. И вы получите это бесплатно. Так что позвольте мне повторно запустить Python из Mario. Пай. А теперь по подсказке это выглядит немного красивее. И чтобы было предельно ясно, что происходит. Предположим, я хочу произнести здесь восклицание. Я мог бы изменить обратную косую черту по умолчанию на восклицательный знак, просто для удовольствие. И если я использую Python из Марио, пай опять же, теперь я получаю это восклицание с вопросительными и восклицательными знаками. Так вот и все, что здесь происходит. И это то, что называется именованным аргументом. У него буквально есть имя, которое вы можете указать при его вызове. И оно отличается от позиционного тем, что вы буквально используете это имя. Однако позвольте мне предложить кое-что еще. И именно поэтому людям нравится Python. Есть просто классные способы делать что-то. Это подробный способ напечатать четыре вопросительных знака из трех строк. Я, конечно, мог бы срезать путь и просто сделать это. Но на самом деле это никому не так уж интересно, особенно если я хочу делать это разное количество раз. Но Python действительно позволяет вам это делать. Если вы хотите умножить символ некоторое количество раз, вы можете использовать не только плюс для объединения. Вы можете использовать звездочку или звездочку для умножения, если хотите, то есть объединение снова и снова и снова. Так что если я просто распечатаю, цитирую без кавычек, раз 4, это на самом деле будет самый жесткий способ, самый четкий способ, которым я смогу напечатать вместо этого 4 вопросительных знака. И если я не использую 4, я использую n, где я получаю n от пользователя. Бах! Теперь я полностью избавился от цикла for и вместо этого использую оператор star для манипулирования им. И чтобы быть предельно ясным, поскольку в Python нет мелок, свободного доступа или управления памятью, которые вам нужно делать, угадайте, чего также нет в Python. Что-нибудь у вас на уме за последние пару недель? Это не имеет указаний. Указаний да. Таким образом, в Python нет указателей, что просто означает, что все это происходит для вас автоматически под капотом, опять же с помощью кода, написанного кем-то другим. Как насчет еще одного возврата к Марио? На первой неделе мы говорили об этой двумерной структуре, где, как я утверждаю, 3 на 3 сетка из кирпичей, если хотите. Хорошо, как мы можем это сделать на Python? Мы можем сделать это несколькими способами прямо сейчас. Позвольте мне вернуться к моему Марио. и позвольте мне сделать что-то вроде для i в диапазоне. Мы просто сделаем 3, хотя я знаю, что теперь я мог бы использовать GET по подчеркивание int, или я мог бы использовать input и int. А если я захочу сделать что-то двумерное, прямо как в языке C, вы можете вложить свои циклы for. Так что, возможно, я мог бы сделать для j в диапазоне 3. А затем здесь я мог бы распечатать хэш-символ. И тогда давайте посмотрим, даст ли это мне в общей сложности 9. Так что если у меня есть вложенный цикл, подобный этому Python из Mario, Пай, надеюсь, это даст мне сетку. Нет, это дало мне столбец из 9. Почему, по логике вещей, даже если у меня есть моя строка и мои столбцы? Да. Да, строка заканчивается. Так что в моей строке я не могу позволить печати просто добавлять новую строку, добавлять новую строку. Так что мне просто нужно переопределить это здесь и позволить мне не облажаться, как раньше. Позвольте мне напечатать одно слово в конце всей строки, просто чтобы переместить курсор вниз. И я думаю, что теперь вместе у нас получится 3 на 3. Конечно, мы могли бы еще больше затянуть это дело. Если мне не нравится вложенный цикл, я, вероятно, мог бы зайти сюда и просто распечатать, например, кирпич умноженный на 3. Или я мог бы изменить 3 на переменную, если я получил ее от пользователя. Так что я могу еще больше ужесточить это. Итак, опять же, просто разные способы решения одной и той же проблемы и опять же доказательства того, почему многим людям нравится Python. Есть просто несколько более приятных способов решения проблем, не вдаваясь в сорняки, постоянно делая что-то, например, с циклами for и while бесконечно. Хорошо. Хорошо, а как насчет других строительных блоков? Списки будут невероятно полезны в Python, точно так же, как массивы были в C. Но массивы раздражают, потому что вам придется самостоятельно управлять памятью. Вы должны заранее знать, насколько они велики, или вам придется использовать указатели и мелок, или перераспределить их размер. О боже мой, последние две недели были болезненными в этом смысле. Но Python делает все это для вас бесплатно. На самом деле в Python есть целая куча функций, связанных со списками, и они позволят нам в конечном счете делать что-то снова и снова в рамках одной и той же структуры данных. И, например, мы сможем получить полный список. Вам не нужно запоминать его самостоятельно в переменной. Вы можете просто спросить Python, сколько элементов в этом списке. И с помощью этого, я думаю, мы сможем решить и некоторые старые проблемы. Так что позвольте мне вернуться сюда к Versus Code. Позвольте мне закрыть Mario и дать нам новую программу под названием Scores. Py. И вместо того, чтобы показывать сейчас C и Python, давайте просто сосредоточимся на Python. И в баллах. C давным-давно, несколько недель назад мы просто усреднили три результата теста или что-то в этом роде, 72, 73 и 33. Поэтому если я хочу создать список в этой версии Python 72, 73 33, я просто использую свои обозначения в квадратных скобках. C позволяет вам использовать фигурные скобки, если вы заранее знаете значение, но Python именно такой. А теперь, если я хочу вычислить среднее значение в C, напомним, я сделал кое-что с циклом. Я сложил все значения вместе. Затем я разделил это на общее количество значений точно так же, как вы делали бы это в начальной школе, и это дало мне среднее значение. Ну, в Python есть множество суперудобных функций, не только длина, но и другие. И поэтому на самом деле, если вы хотите вычислить среднее значение, вы можете взять сумму всех этих Баллов и разделить ее на длину всех этих баллов. Итак, питон приходит с длиной, приходит с суммой. Вы можете просто передать целый список любого размера и позволить ему решить эту проблему за вас. Так что если я захочу прямо сейчас распечатать это среднее значение, я могу распечатать среднее двоеточие, и затем я подключу свою среднюю переменную для интерполяции. Позвольте мне сделать это строкой F, чтобы она была отформатирована, и позвольте мне просто запустить Python из Scores. Пай. А вот и мой средний показатель. Это странное округление, потому что мы все еще уязвимы для некоторой неточности с плавающей запятой. Но по крайней мере мне не нужны были циклы. И мне не нужно было писать весь этот чертов код только для того, чтобы сделать то, что Excel и электронные таблицы Google могут просто так. Ну, Python ближе к такого рода инструментам, но более мощный в том смысле, что вы можете самостоятельно манипулировать данными. Однако, как насчет того, если я захочу получить кучу оценок вручную от пользователя, а затем суммировать их вместе? Что же, давайте объединим здесь несколько идей. Как насчет этого? Во-первых, позвольте мне импортировать функцию get подчеркивание int из библиотеки CS50, просто чтобы нам не пришлось иметь дело с попытками и исключениями или со всем этим. И позвольте мне продолжить и дать себе пустой список. И это очень важно. В языке C нет смысла в пустом массиве, потому что если вы создадите пустой массив с обозначением в квадратных скобках, это ни для чего не пригодится. Но в Python вы можете создать его пустым потому что Python автоматически увеличит и уменьшит список для вас по мере добавления в него вещей. Итак, если я хочу получить три оценки от пользователя, я мог бы сделать что-то вроде этого для меня в диапазоне 3. А затем я могу взять переменную, называемую оценка или что-нибудь в этом роде. Я мог бы позвонить в get подчеркивание int, подсказать человеку оценку, которую он хочет вести. А затем, как только они это сделают, я смогу это сделать. Вспоминая наши возможности объектно ориентированного программирования сейчас, я мог бы сделать скорс. Append, и я могу добавить к нему эту оценку. И вы узнали бы об этом только прочитав документацию, услышав это в классе, в книге или еще что-то. Но оказывается, что точно так же, как в строках, в них встроены такие функции, как лоуа. В списке встроены такие функции, как добавление, которые просто буквально добавляются в конец списка для вас, и Python будет увеличивать или уменьшать его по мере необходимости. Больше никаких мелок, перераспределения или тому подобного. Так что это просто дополнение к списку баллов. Этот балл, а затем снова, и снова и снова. Итак, массив начинается с. Извините, список начинается с размера 0, затем увеличивается до 1, затем до 2. Затем до трех без необходимости делать что-либо еще. Итак, теперь здесь внизу я могу вычислить среднее значение, используя сумму этих баллов, деленную на длину общего количества баллов. И чтобы внести ясность, длина это общее количество элементов в списке. Не имеет значения, насколько велики сами значения. Теперь я могу распечатать строку F с чем-то вроде среднего значения двоеточия в фигурных скобках. И если я использую Python из Scores, по я веду просто ради обсуждения три значения, я все равно получу один и тот же ответ. Но это было бы болезненно делать на C, если вы заранее не привязали массив к фиксированному размеру что, как мы уже решили несколько недель назад, раздражало. Или вы увеличили его динамически, используя мелок или перераспределение или тому подобное. Все в порядке. Что еще я могу сделать? Ну что же, есть несколько приятных вещей, о существовании которых вы могли бы и не знать. Вместо оценок. Добавьте, вы можете сделать небольшую причуду вот так. Если вы хотите добавить что-то в список вы можете сделать плюс равно, а затем поместить эту вещь во временный собственный список. И просто использовать то, что по сути является конкатенацией, но не конкатенацией строк, а конкатенацией списков. Итак, эта новая строка 6 добавляется к списку оценок, этому крошечному списку, который я временно создаю, используя только текущую новую оценку. Так что это просто еще один фрагмент синтаксиса, который стоит посмотреть, который позволяет вам делать что-то подобное. Хорошо. Хорошо, как насчет того, чтобы на мгновение вернуться к строкам. И все эти примеры, как всегда, будут опубликованы на веб-сайте курса после этого. Предположим, что мы хотим сделать что-то вроде преобразования символов в верхний регистр. Ну, чтобы внести ясность, я мог бы сделать что-то вроде этого. Позвольте мне создать программу под названием Apocase.py. Позвольте мне запросить у пользователя строку перед тем, как использовать функцию ввода или get подчеркивания string, что почти одно и то же. И я заранее запрошу у пользователя строку. Тогда позвольте мне продолжить и распечатать, как насчет ключевого слова после, а затем закончить новую строку ничем. Просто чтобы я мог видеть до в одной строке и после в следующей строке. А затем позвольте мне сделать это, и вот тут Python тоже становится приятным, с циклами для си перед выведите си. Верхний конец равен кавычке без кавычек. А затем я напечатаю это здесь. Хорошо, это было быстро, но давайте попробуем сделать вывод, что происходит. Итак, строка 1 просто получает входные данные от пользователя и сохраняет их в переменной, вызванной ранее. Вторая строка буквально просто выводит после, но не перемещает курсор на следующую строку. Тогда она делает вот что. И в языке C это было немного более раздражающе. Вам нужен был цикл for SI. Вам нужна была аннотация массива в квадратных скобках. Но Python, если вы скажете для переменной в строке то есть для C, для символа в строке Python автоматически назначит си первой букве, которую вводит пользователь. Затем на следующей итерации, вторая буква, третья буква и четвертая. Таким образом, вам не нужно никаких обозначений в квадратных скобках, вы просто используете C. И Python сделает это за вас и просто вернет вам по одной каждую букву, введенную пользователем. Так что если я вернусь сюда и наткнусь, например, на питона из Apocase, по я веду как насчет Дэвид во всех строчных буквах и нажму ввод. Теперь вы увидите, что вместо этого все в верхнем регистре, повторяя его действительно по одному символу за раз сэр пора. Но мы уже знаем, что благодаря объектно-ориентированному программированию, сами строки обладают встроенной функциональностью не только для отдельных символов верхнего регистра, но и для всей строки. Так что, честно говоря, это было немного глупое упражнение. Мне больше не нужно использовать цикл как все. Итак, некоторые из привычек, которые вы только развили в последние недели, пора начать ломать, когда в них нет необходимости. Я могу создать переменную, называемую автор, установить ее равный before, а которая действительно существует, точно так же, как существует точка лоуа. А затем я могу распечатать, например, вот что. Давайте избавимся от этой строки печати здесь и сделаем это в конце, после и выведем значение этой переменной. Так что теперь, если я повторю uppercase, поведите Дэвид во всех строчных буквах, я могу просто прописать все это сразу, потому что, опять же, в Python вам не нужно оперировать символами по отдельности. Есть вопросы по какому-либо из этих трюков до сих пор? Нет? Все в порядке. Как насчет нескольких других приемов, которые мы видели в C, которые мы вернем прямо сейчас в Python? Оказывается, в Python есть и другие библиотеки, которые вы тоже можете использовать, которые открывают еще больше функциональности. Итак, в C, если вам нужны аргументы командной строки, вы просто измените подпись для main на вместо void int args, строку с запятой арк. Открытые скобки для массива или звездочки символа в конце концов. Ну, оказывается, в Python, если вы хотите получить доступ к аргументам командной строки, это немного проще, но они спрятаны в библиотеке, иначе известный как модуль. Под названием SIS – системный модуль. По духу это похоже на библиотеку CS50, и в нее встроено множество функциональных возможностей. Но это поставляется с самим Python. Так что если я захочу создать такую программу, как Grid, Py в коде versus здесь, позвольте мне продолжить и сделать это. Из библиотеки SIS давайте импортируем ARCV. И это просто существующая вещь. Она не встроена в main, потому что main как такового больше нет. Так что она спрятана в этой библиотеке. И теперь я могу сделать что-то подобное. Если длина аркв равна 2, давайте продолжим и распечатаем что-нибудь дружественное, например, привет, запятая аркв, скобка 1, а затем закроем кавычки. В противном случае, если длина аркв не равна 2, Давайте просто распечатаем привет, мир. На первый взгляд это может показаться немного загадочным, но это идентично тому, что мы сделали несколько недель назад. Когда я запускаю это Python из grid. Py без каких-либо аргументов, он просто говорит привет, мир. Но если я вместо этого добавлю аргумент командной строки, например, мое имя, и нажму Enter, длина аргв больше не будет равна одному. Она будет равна двум. И поэтому вместо этого будет выведено «Привет, Дэвид». Итак, вывод здесь заключается в том, что в то время как все Arc технически содержал название вашей программы, например, «Hello» или «Grid», а затем все, что набрал человек. Python в этом немного отличается, потому что мы используем интерпретатор таким образом, технически, когда вы запускаете Python из Grid. Py длина Arc составляет всего один. Он содержит только Grid. Py так называется файл. Он не содержит без необходимости самого Python, потому что какой смысл в том, чтобы он был там везде сущ? Он действительно содержит количество слов, которые человек набрал после самого Python. Так что арк здесь имеет длину 1. Арк здесь имеет длину 2. И вот почему, когда оно стало равняться 2, я увидел привет, Дэвид вместо стандартного привет мир. Такая же возможность доступа к аргументам командной строки, добавьте эти типы входных данных в свои функции, но вы должны разблокировать их, используя вместо этого арк таким образом. Если вы хотите увидеть все слова, вы могли бы сделать что-то вроде этого. Точно так же, как если мы объединим идеи вот здесь, для меня в диапазоне, как насчет длины аркв. Тогда я могу сделать это, вывести скобку арк i. Хорошо. Немного загадочно, но строка 3 это просто цикл for, повторяющий диапазон длины аркв. Так что если человек наберет два слова, длина аркв будет равна двум. Так что это просто способ сказать, повторите все слова в аркв, печатая их по одному за раз. Так что Python из Pi Enter просто выводит название программы. Python из Grid. Пай с распечатками Дэвида Grid. Пай и потом Дэвид. Я могу продолжать печатать его, хотя и с большим количеством слов, и каждая из них будет печататься по одному. Но что еще хорошо в Python, и в этом смысл этого упражнения, честно говоря, это выглядит довольно загадочно. На это не очень приятно смотреть. Если вы просто хотите повторить каждое слово в списке, которым является аркв, посмотрите, что я могу сделать. Я могу сделать для арк или любого имени переменной в арк. Позвольте мне просто распечатать этот аргумент. Я мог бы продолжать называть его ай, но мне кажется странным, когда это не число. Поэтому я меняю его на арк как слово. Если я сейчас сделаю Python из Grid, Pay он делает это. Если я сделаю это из grid, пай Дэвид, это повторяется снова. Дэвид Малан это повторяется снова. Так вот, опять же, почему Python просто очень привлекателен. Вы хотите делать что-то так много раз, перебирать список. Просто скажите это, и это будет читаться немного больше по-английски. И есть даже другие причуды, если позволите. Немного глупо, что я все время вижу название программы Grid. Py, так что было бы неплохо, если бы я мог это удалить. Python также поддерживает так называемые фрагменты массивов, извините, фрагменты списков. Даже я путаюсь в терминологии. Если ARCV это список, то он распечатает все, что в нем есть. Но если я хочу фрагмент, который начинается с позиции 1 и продолжается до конца, вы можете использовать этот забавный синтаксис между квадратными скобками, который мы еще не видели, который будет начинаться с пункта 1 и идти до конца. Итак, это хороший умный способ отрезать, если хотите самый первый элемент, потому что теперь, когда я бегу, Грит. Пай Дэвид Малан, я должен видеть только Дэвида и Малана. Если бы мне нужен был только один элемент, я мог бы сделать от одного до двух. Если бы я хотел их все, я мог бы сделать от нуля и далее. Я мог бы дать себе только один из них таким образом. Так что вы можете играть с начальным значением и конечным значением таким образом нарезать эти списки кубиками по-разному. Это было бы проблемой в C, просто потому что на самом деле у нас не было встроенной поддержки для такого чистого манипулирования массивами. Хорошо. Просто чтобы вы тоже это видели. Хотя это не так интересно видеть вживую, если я продолжу и создам здесь быструю программу, окажется, что в библиотеке СИС есть кое-что еще. Возможность выхода из программ. Либо выходите с кодом статуса 1, либо 0, как мы делали всегда, когда что-то шло правильно или неправильно. Так, например, позвольте мне быстро создать программу, которая просто говорит, что если длина SIS аркф не равна 2 то давайте накричим на пользователя и скажем, что вам не хватает аргумента командной строки. В противном случае аргумент командной строки. И давайте тогда вернем sys. Exit 1. В противном случае давайте продолжим и логически рассуждая, просто скажем, выведем форматированную строку с надписью Привет, как и раньше, СИС АРКВ1. Теперь все внезапно выглядит по-другому, но я делаю что-то намеренно. Сначала давайте посмотрим, что это дает. Итак, в строке 1 я импортирую не АРКВ, а конкретно. Я импортирую всю библиотеку СИС, и через секунду мы поймем, почему. Оказывается, в библиотеке СИС есть не только список АРК, но и функция Exit, которую я также хотел бы использовать. Получается, что если вы импортируете таким образом целую библиотеку, это нормально. Но вы должны ссылаться на вещи внутри нее используя имя той же библиотеки и точку, так сказать, для обозначения пространства имен. Я просто хочу сказать, что если пользователь не наберет двух слов, накричите на него с отсутствующим аргументом командной строки, а затем завершите работу с одного. Точно так же, как в языке C, когда вы делаете выход один, это просто означает, что что-то пошло не так. В противном случае распечатайте привет этому. И это начинает выглядеть загадочно, но это всего лишь комбинация идей. Фигурные скобки означают интерполяцию этого значения. Вставьте его сюда. Сис Аркв это просто подробный способ сказать зайдите в библиотеку СИС и получите там переменную ARCV. И скобка 1, конечно, как и массивы в C, является всего лишь вторым элементом в командной строке. Поэтому, когда я запускаю эту версию, теперь Python is exit. Py без всяких аргументов на меня так кричат. Однако, если я веду всего два аргумента, имя файла и свое собственное имя, сейчас, меня поприветствуют словами «Привет, Дэвид». И это та же идея, что и раньше. Это была техника очень низкого уровня, но здесь то же самое. Если вы ведете вопросительный знак со знаком доллара, вы увидите код выхода вашей программы. Так что если я снова сделаю это неправильно, позвольте мне повторить без моего имени, видите, на меня накричат. Но если я повторю вопросительный знак со знаком доллара, то будет возвращен секретный знак. Опять же, просто чтобы показать вам паритет C в данном случае. Вопросы сейчас по любой из этих техник здесь. Нет! Хорошо. Как насчет чего-нибудь еще более мощного? Мы тратим так много времени на десятую и первую неделю на поиск, а затем в конце концов на сортировку на третьей неделе. Оказывается, Python может помочь и с этим. Позвольте мне продолжить и создать программу под названием Names. Python просто будет возможность, может быть, поискать по целой куче имен. Позвольте мне продолжить и импортировать SIS просто чтобы у меня был доступ к выходу. И позвольте мне продолжить и создать переменную с именем Names, которая будет представлять собой список с целой кучей имен. Как насчет этого? Чарли, Фред, Джордж, Джинни, Перси и, наконец, Рон. Здесь целая куча имен. И было бы немного досадно реализовать код, который повторяет это слева направо на языке C в поисках одного из этих имен. На самом деле, какое имя? Что же, давайте продолжим и попросим пользователя ввести имя, которое он хочет найти, чтобы мы могли сказать ему, есть ли это имя там или нет. А мы могли бы сделать это аналогично C на Python, сделав что-то вроде этого. Итак, для n в именах, где n, это просто переменная для перебора каждого имени если имя, которое я ищу, равно текущему имени в списке, оно же N хорошо. Давайте напечатаем что-нибудь дружелюбное, например, найдено. А затем давайте сделаем sys exit 0, чтобы указать, что мы нашли того, кто это. В противном случае, если мы дойдем до самого низа здесь, за пределами этого цикла, давайте просто напечатаем не найдено, потому что если мы еще не вышли. И тогда давайте просто выйдем с одного. Просто для ясности, я могу продолжить импорт всей системы, или я мог бы сделать выход из импорта системы, и тогда я мог бы избавиться от точки СИС везде еще. Но иногда полезно точно знать, откуда взялись функции. Так что в данном случае это тоже просто вопрос стиля. Хорошо. Так что давайте продолжим и проверим это. Питон из Names. Пай, давайте поищем Рона до самого конца. Хорошо. Он найден. И давайте поищем кого-нибудь вне семьи здесь, например, Гермиону. Не найдено. Хорошо. Похоже, это работает таким образом. Но какой алгоритм я, по сути, реализовал? Каким бы это выглядело алгоритмом для строк с 7 и 8 по 9 и 10? Линейный? Да, так что это просто линейный поиск. Это цикл. Я даже подумал, что сегодня синтаксис немного более лаконичный, и это просто повторение всего процесса. Ну, честно говоря, мы видели еще более лаконичный способ сделать это в Python. И это опять же то, что иногда делает его более приятным языком. Почему бы мне просто не сделать это? Вместо того, чтобы повторять по очереди, почему бы мне просто не сказать это? Позвольте мне продолжить и изменить свое условие на просто. Как насчет того, чтобы имя, которое мы ищем, было в списке имен, мы закончили. Мы его нашли. Используйте предлог окончания, который мы видели пару раз, сейчас, который и сам по себе задает вопрос есть ли что-то в чем-то другом и Python позаботится о линейном поиске за нас и это будет работать точно так же если я сделаю Python из names поищи Рона он все равно найдет его и в данном случае он все равно будет делать это линейно но в данном случае мне не нужно самому писать весь низкоуровневый код теперь есть вопросы почему-нибудь из этого. Код становится все короче и короче. Не так ли? А как насчет того, чтобы? Давайте посмотрим, что еще у нас здесь может быть. Как насчет этого? Давайте продолжим и внедрим ту телефонную книгу, с которой мы начали, образно говоря, в начале курса. Давайте закодируем программу, которая называется Фонебук. Пай. И в этом случае давайте продолжим и на этот раз создадим словарь. Напомним, что словарь – это нечто небольшое, реализующее нечто подобное, таблица из двух столбцов, в которой есть ключи и значения, слова и определения, имена и цифры. И давайте сосредоточимся на последнем из них, именах и цифрах, в данном случае. Ну, ранее я утверждал, что в Python есть встроенная поддержка словарей, объектов, дикт, которые вы можете создавать с помощью одной строки. Мне это не нужно для проверки орфографии, потому что набора достаточно, когда вам нужен только один из ключей или значений, а не оба. Но сейчас мне нужны несколько имен и цифр. Оказывается, в Python вы можете создать пустой словарь, произнеся дикт открытая скобка закрытая. И это просто дает вам по сути диаграмму, которая вы выглядит примерно так, но в ней ничего нет. Или есть более лаконичный синтаксис. Вы можете в качестве альтернативы сделать это, используя вместо этого две фигурные скобки. И на самом деле я все это время пользовался сокращением. Когда у меня был список, ранее где моя переменная называлась scores, и я сделал это, на самом деле это была сокращенная версия этого, «Эй, Python, дайте мне пустой список». Таким образом, существует разный синтаксис для достижения одной и той же цели. В данном случае, если мне нужен словарь для людей, я могу сделать либо это, либо что чаще всего, просто две фигурные скобки, вот так. Хорошо. Хорошо, что я хочу сюда вставить. Хорошо, позвольте мне на самом деле кое-что сюда вложить. И я просто перенесу свою закрытую фигурную скобку на новую строку. Если я хочу реализовать эту идею ключей и значений, то в Python это делается так. Ключ, двоеточие, запятая ключ двоеточие значение. Так что вам лучше реализовать это в коде. Так, например, если я хочу, чтобы Картер был первым ключом в моей телефонной книге, и я хочу, чтобы его номер был плюс 1, 617, 495 тысяч. Я могу вести это в качестве соответствующего значения. Толстая кишка находится посередине. Обе строки и поэтому я намеренно процитировал обе. Если я хочу добавить что-то от себя, я могу поставить запятую. А затем, просто чтобы все было красиво, я перемещаю курсор на следующую строку. Но это не обязательно строго с эстетической точки зрения. Это просто хороший стиль. И здесь я мог бы позвонить по телефону, плюс 1, 949, 468, 2750. А теперь у меня есть словарь, который по сути состоит из двух строк. Здесь Картер и его номер, а также Дэвид и его номер. И если бы я продолжал добавлять к этому, эта диаграмма становилась бы все длиннее и длиннее. Предположим, я хочу найти один из наших номеров. Хорошо, давайте предложим пользователю ввести имя, по номеру которого вы хотите выполнить поиск, получив строку. Или вы знаете что? Нам не нужна эта библиотека CS50. Давайте просто воспользуемся вводом и предложим пользователю ввести имя. А теперь мы можем использовать этот супер лаконичный синтаксис, и просто сказать, что если имя в People. Вы видите двоеточие с номером отформатированной строки, и здесь мы можем сделать это имя людей в скобках. Хорошо, значит, все быстро остывает до замешательства. Так что позвольте мне запустить это питон из фонебук. Пай, давайте наберем картера. И действительно, я вижу его номер. Давайте повторим это с Дэвидом, и я вижу здесь свой номер. Так в чем же дело? Оказывается, словарь очень похож по духу на список. На самом деле это очень похоже по духу на массив VC. Но вместо того, чтобы ограничиваться ключами, которые являются числами, такими как скобка 0, скобка 1, скобка 2, вы действительно можете использовать слова. И это все, что я делаю здесь, на линии 8. Если я хочу проверить имя Картер, которое в настоящее время находится в этой переменной называемой имя, я могу проиндексировать в своем словаре людей. Используя не число, а буквально строку. Имя Картер или Дэвид или что-нибудь еще. Чтобы внести ясность, обратите внимание, что в данный момент я использую строку этого формата, что добавляет некоторую неоправданную сложность. Но я мог бы уточнить это, возможно, следующим образом. Я мог бы присвоить себе другую переменную, называемую number, установить ее равной словарю people, индексируя ее по текущему имени. А теперь я могу сократить это, чтобы было понятнее, что все, что я делаю, это печатаю это значение. И на самом деле я могу сделать это еще более загадочно. Это было бы странно, но если я когда-нибудь захочу показать номер телефона Дэвида, а не картера я могу буквально цитирую без кавычек ввести индекс в словарь людей потому что теперь когда я запускаю это даже если я наберу картер я получу обратно свой вместо этого наберите номер но это все что произойдет если я это отменю потому что теперь это ошибка но я индексирую ее используя значение name Словари просто удивительно удобны, потому что теперь вы можете ассоциировать что угодно с чем угодно, но вместо этого использовать не цифры, а целые ключевые слова. Вот как, если бы в орфографии мы дали вам не только слова, но и сотни тысяч определений, вы могли бы по сути сохранить их в таком виде. А затем, когда человек захочет найти определение в правильном словаре, а не только для проверки орфографии, вы можете проиндексировать его в словаре, используя квадратные скобки, и получить обратно определение на английском языке. Есть вопросы по этому поводу? Да. То, как этот код работает, как представлено, говорит о том, что у Python есть? Действительно хороший вопрос. Итак, подводя итог, как Python находит это имя в этом словаре. Вот где, честно говоря, орфография в пи наборе 5. Это то, что такое Python. Итак, вы боролись, боретесь с внедрением собственной проверки орфографии и внедрением собственной хэш-таблицы. И напомните, что по данным на прошлой неделе, цель хэш-таблицы состоит в том, чтобы в идеале получить постоянный доступ в режиме реального времени. А не что-то линейное, что является медленным и даже лучше, чем что-то логарифмическое, например, логарифмическая база 2 из n. Итак, Python и действительно умные люди, которые его изобрели, написали который делает все возможное, чтобы обеспечить вам постоянный поиск по словарям. И они не всегда будут успешными, точно так же, как у вас и вашего собственного набора проблем. Вероятно, время от времени будут возникать некоторые коллизии. И у вас появятся цепочки длинных списков слов. Но здесь, опять же, вы полагаетесь на кого-то другого, кого-то умнее вас, у кого больше времени, чем у вас, чтобы решить эти проблемы за вас. И если вы прочтете документацию Python, вы увидите, что она не гарантирует постоянного времени. Но в идеале она позволит оптимизировать структуру данных, чтобы вы могли работать как можно быстрее. И из всех структур данных, таких как Словарь, хэш таблица действительно похожа на швейцарский армейский нож в вычислениях потому что она просто позволяет вам ассоциировать что-то с чем-то другим и хотя мы продолжаем фокусироваться на именах и числах это действительно мощная вещь потому что она более мощная чем списки и массивы которые представляют собой всего лишь числа и что-то еще теперь у вас могут быть любые виды отношений хорошо позвольте мне показать несколько других примеров прежде чем мы перейдем к более мощным техникам в python благодаря библиотекам как насчет проблемы с которой мы столкнулись на четвертой неделе которая заключалась в следующем позвольте мне закодировать программу, которая снова называется «Compare». Пай здесь, но на этот раз сравните со строками, а не с числами. Итак, позвольте мне, например, получить одну строку от пользователя по имени s. Просто ради обсуждения, позвольте мне получить еще одну строку от пользователя по имени t, чтобы мы могли провести здесь некоторое сравнение. А если s равно t, давайте распечатаем, что это одно и то же. В противном случае давайте распечатаем, что они разные. Так что это очень похоже на то, что мы делали на четвертой неделе. Но на четвертой неделе, напомним, мы сделали это специально, потому что столкнулись с проблемой. Например, если я побегу. Упс! Если я побегу, что происходит? Давайте же. О! Окей. Вау, окей. Долгий день. Хорошо. Если я выполню правильную команду Python из Compare. Пай, тогда давайте продолжим и ведем что-то вроде кошка во всех строчных буквах, кошка во всех строчных буквах. И это одно и то же. Однако, если я повторю это снова с собакой и собакой, это будет одно и то же. И, конечно же, кошка и собака, они разные. Но кто-нибудь помнит, как две недели назад я дважды ввел свое имя с одинаковой заглавной буквы. Что там было написано? Что на самом деле они были разными. И почему это было так? Почему две строки в языке си отличались друг от друга, хотя я набрал буквально одно и то же два разных места в памяти. Так что каждая строка могла выглядеть одинаково эстетически, но, конечно же, хранилась в другом месте памяти. И все же Python, похоже, использует оператор равенства равно-равно, как вы и я ожидали бы, как люди. Фактически сравнивая для нас символ за символом в каждой из этих строк для фактического. Так что это особенность Python в том, что это просто проще сделать. И почему же? Ну, это проистекает из того факта, что в Python больше нет указателей. В нем нет базового управления памятью. Сейчас не ваше дело беспокоиться об этих деталях более низкого уровня. Язык сам позаботится об этом за вас. И точно так же, если я сделаю это и попрошу у пользователя не две строки, а только одну, а затем я сделаю что-то вроде этого. Как насчет того, чтобы дать себе вторую переменную t, установить ее равной s? Заглавная буква, которая, обратите внимание, не совпадает с верхней. Заглавная буква по замыслу, согласно документации Python, будет заглавной только первая буква для вас. Теперь я могу распечатать, скажем, две строки здесь, каково значение s, а затем позвольте мне распечатать с помощью другой строки в значение t. И помните, что все это было проблемой, потому что если вы пишете с заглавной буквы s и сохраняете его в t, мы случайно написали с заглавной буквы как s, так и t. Но в этом случае в Python, когда я действительно запускаю это и набираю cat во всех строчных буквах, исходная буква S остается неизменной, потому что когда я использую заглавную букву в строке 3, это действительно заглавная буква S. Но он возвращает копию результата. Он не может изменить сам S, потому что, опять же, для этого технического термина S является неизменяемым. Строки, раз они существуют, сами по себе не могут быть изменены. Но вы можете возвращать копии и изменять мутировавшие копии тех же самых строк. Итак, короче говоря... Все те головные боли, с которыми мы столкнулись на четвертой неделе, теперь решены действительно так, как вы могли бы ожидать. А вот еще одна проблема, на которой мы остановились на четвертой неделе, с цветной жидкостью в стаканах. Позвольте мне закодировать программу, которая называется swap пай. И в swap пай. Позвольте мне установить x равным одному, y равным двум. А затем позвольте мне просто распечатать здесь строку F, так как насчет того, чтобы X это запятая y это ТО. И затем позвольте мне сделать это дважды, просто ради демонстрации. И здесь напомню, что нам пришлось создать функцию подкачки. Но тогда нам пришлось передать ее по ссылке с помощью амперсанда. И боже мой, это была пиковая сложность в C. Ну, если вы хотите поменять местами x и y в Python, вы могли бы сделать так, чтобы x через запятую y равнялся y через запятую x. А теперь питон из swap. Пай. Вот и все все это улажено за вас. Это похоже на игру в оболочку, в которой даже не учитывается временная переменная. Так что же еще мы можем здесь сделать? Как насчет нескольких заключительных строительных блоков? И это относится теперь к файлам с той недели 4. Предположим, что я хочу сохранить некоторые имена и цифры в CV-файле, Значения, разделенные запятыми, что похоже на очень легкую электронную таблицу. Ну, во-первых, позвольте мне создать файл телефонной книги. CV, в котором в первой строке будет просто номер имени через запятую. Но после этого я собираюсь пойти дальше и закодировать фонебук. Пай программа, которая фактически позволяет мне добавлять что-то в эту телефонную книгу. Поэтому позвольте мне разделить экран здесь, чтобы мы могли видеть старое и новое. И здесь внизу в моем коде для фонебук. Пай в этой новой улучшенной версии, я собираюсь фактически импортировать совершенно другую библиотеку, которая называется CV. И здесь тоже, особенно для людей, занимающихся наукой о данных и тому подобным. Очень нравится возможность манипулировать файлами и данными которые вполне могут храниться в электронных таблицах или cv файлах значения разделенные запятыми которые мы кратко видели на неделе 4 в Пай тогда достаточно просто импортировать cv файл после прочтения документации потому что это даст мне функциональность в коде связанном с cv файлами итак вот как я могу открыть файл на python я буквально вызываю open теперь это не open это просто open, и я открываю этот файл, который называется телефонная книга. CV. И так же как в C, я собираюсь открыть его в режиме добавления неправильно, когда это все изменит. Я хочу добавлять новую строку за раз. После этого я хочу получить, может быть, имя пользователя. Так что давайте предложим пользователю ввести какое-нибудь имя. А затем давайте также предложим пользователю ввести номер, используя запрос на ввод номера. Хорошо. А теперь это немного загадочно, и вы узнаете об этом только из документации. Но если вы хотите записать строки в CV-файл, который затем можно просмотреть в Excel или тому подобном, вы можете сделать это, дайте мне переменную с именем Райта. Но я могу называть ее как угодно. Позвольте мне использовать функцию CV. Райта, которая поставляет вместе с этой библиотекой CV, передавая файл. Это все равно, что сказать. Эй, Python, обработай этот открытый файл как CV-файл, чтобы все было разделено запятыми и красиво отформатировано по строкам и столбцам. Теперь я сделаю это, используя этот райта для записи строки. Хорошо, что же я хочу написать? Я хочу записать короткий список, а именно текущее имя и текущий номер в этот файл, но я не хочу использовать в Print в ES, и все эти вещи, которые у нас могли быть в прошлом. А теперь я просто хочу закрыть файл. Позвольте мне снова открыть свой терминал. Позвольте мне запустить Python из фонебук. Py и позвольте мне вести David, а затем 1, 949, 468-2750. И скрестив пальцы, посмотреть фактически CV файл в левом верхнем углу. Мой код только что добавил меня в файл. И если бы я запустил его снова, например, с картером и e плюс 1, 617, 495 тысяч снова скрестив пальцы, мы обновили файл. И оказалось, что теперь есть код, с помощью которого я даже могу прочитать этот файл. Но я могу, во-первых, подкрутить это просто, чтобы вы это видели. Оказывается, в Python так часто открывают файлы и закрывают их. Люди совершают ошибки и часто забывают закрыть файлы, что в конечном итоге может привести к использованию Большего объема памяти, чем вы предполагаете. Так что вы можете в качестве альтернативы сделать это на Python, чтобы вам не пришлось беспокоиться о закрытии файлов. Вы можете использовать вместо этого это ключевое слово. Вы можете сказать, что при открытии этого файла в качестве переменной с именем файл выполните все ниже следующие действия. Поэтому я делаю отступы в большей части своего кода. Я использую это новое специфичное для Python ключевое слово вид. И это всего лишь вопрос того, чтобы сказать: при следующем открытии файла выполните следующие четыре строки кода а затем автоматически закройте его для меня в конце отступа. Это незначительная оптимизация, но это опять же питонический способ делать что-то вместо этого. Как еще я мог бы сделать и это тоже? Что же, оказывается, код, который я написал здесь, особенно в строке 9, немного хрупок. Если какой-нибудь человек откроет эту электронную таблицу, CV, файл в Excel, электронные таблицы Google, номера Apple, и, возможно, переместит столбцы просто потому, что, возможно, они суетятся. Они сохранили ее, и они не понимают, что теперь изменили мои предположения. Я не хочу обязательно писать имя и номер всегда в таком порядке, потому что что если кто-то напортачит и перевернет эти две колонки буквально перетаскиванием. Получается, что вместо того, чтобы использовать здесь список, мы можем использовать другую функцию этой библиотеки следующим образом. Вместо того, чтобы использовать средства записи, есть нечто, называемое средством записи словаря или диктовки, которое принимает тот же аргумент, что и ввод открытый файл. Но теперь единственное отличие здесь в том, что вам нужно сказать этому составителю словаря, что ваше название полей – это имя и номер. И позвольте мне закрыть CV-файл здесь. Имя и номер – это название полей столбцов в этом CV-файле. И когда придет время писать новую строку, синтаксис здесь будет немного уродливее, но это всего лишь словарь. Имя, которое я хочу записать в словарь, будет тем именем, которое ввел человек. Число, которое я хочу записать в CV-файл, будет тем числом, которое ввел человек. Но что изменилось в этом коде, так это то, что теперь просто используя здесь средство записи словаря вместо универсального средства записи, столбцы могут располагаться в этом порядке. В этом порядке или в любом другом порядке. И составитель словаря собирается выяснить, основываясь на первой строке текста в этом CV-файле, где поставить имя, а где номер. Так что, если вы перевернете их, ничего страшного. Он заметит, подождите, колонки изменились. И он вставит колонки правильно. Так что просто опять же еще одна более мощная функция, которая позволяет вам сосредоточиться на реальной работе в отличие от того, чтобы на самом деле увязнуть в сорняках написания такого кода, как этот в противном случае. Вопросы и по этому поводу тоже? Но что мы сейчас сделаем, так это пройдем полный круг по некоторым более сложным примерам, с которых мы начали, и я собираюсь вернуться к своему собственному ноутбуку Mac, где у меня открыто и запущено собственное окно терминала. И я как раз собирался представить пару финальных библиотек, которые действительно говорят о том, насколько мощным может быть Python и как быстро вы можете начать работать. Честно говоря, не обязательно делать все эти вещи в облаке, например, в кодовых пространствах, потому что вам нужен доступ к вашим собственным динамикам, микрофону или тому подобному. Вот почему я делаю это на своем собственном Mac здесь. Но позвольте мне пойти дальше и открыть программу под названием Speech Py. И я здесь не использую Versus Code. Я использую программу под названием 6, которая полностью основана на окнах терминала. Но она позволит мне, например, импортировать в библиотеку Python Text to Speech версии 3. Я собираюсь присвоить себе переменную с именем engine, которая будет установлена равной методу инициализации библиотек Python Text to Speech 3, который просто инициализирует эту библиотеку, связанную с преобразованием текста в речь. Тогда я собираюсь воспользоваться функцией «Сказать движка», чтобы сказать что-то вроде как насчет «Привет, мир запятых». А затем, в качестве моей последней строки, я собираюсь сказать engine. Run and wait за главной буквы, чтобы сказать моей программе «Прямо сейчас», запустить эту речь и подождать, пока она не закончится. Хорошо. Я собираюсь сохранить этот файл. Я собираюсь запустить Python из Speech. Пай. И я собираюсь скрестить пальцы, как всегда. И. Привет, мир все в порядке. Итак, теперь у меня есть программа, которая фактически синтезирует речь, используя подобную библиотеку. Как я могу изменить это, чтобы сделать немного интереснее? Ну а как насчет этого? Позвольте мне продолжить и запросить у пользователя его имя, как мы уже несколько раз делали здесь, используя встроенную функцию имени Python. А теперь позвольте мне продолжить и использовать строку формата в сочетании с этой библиотекой, интерполируя там значение name. И по крайней мере, если мое имя несколько фонетически произносимо, Давайте продолжим и выберем Python из Speech. Пай, введите мое имя. Привет, Дэвид. Хорошо. Это странный выбор интонации, но мы начинаем синтезировать голос, в отличие от Siri, Google Assistant, Alexa или им подобных. Теперь мы можем, возможно, сделать и что-то более продвинутое. В дополнение к синтезу речи таким образом, мы могли бы синтезировать, например, реальную графику. Позвольте мне прямо сейчас продолжить и сделать что-то вроде этого. Позвольте мне создать программу под названием QR. -Py. Я собираюсь пойти дальше и импортировать библиотеку под названием OS, которая дает вам доступ к функциям, связанным с операционной системой на Python. Я собираюсь импортировать предустановленную библиотеку под названием KKD, которая представляет собой двумерный штрих-код, который вы, возможно, видели в реальном мире. Я собираюсь продолжить и создать переменную изображение, используя функцию make этой библиотеки KKD, которая, согласно документации, документации принимает URL-адрес, как одно из собственных видео CS50. Поэтому мы сделаем это с Юту. b 15 f 2 jo g 0 Так что надеюсь это правильная лекция. А теперь у нас есть файл имк. Сейв, который позволит мне создать файл под названием QR. Ping. Вспомните сейчас о задаче 4 и о том, как больно было сохранять файлы. Мы просто воспользуемся функцией сохранения на Python и сохраним это в виде файла in портативной сетевой графики. И, наконец, давайте просто продолжим и откроем с помощью команды OpenQR. In на моем Mac, чтобы, надеюсь, это просто автоматически открылось. Хорошо. Я собираюсь пойти дальше и просто перепроверить свой синтаксис здесь, чтобы я не допустил никаких ошибок. Я собираюсь пойти дальше и запустить Python из QR. Py. Войдите. Это открывает это. Позвольте мне продолжить и увеличить изображение. Если у вас есть телефон под рукой и вы хотели бы отсканировать этот код здесь, лично или онлайн, я приношу свои извинения. Вы это не оцените. Потрясающе. Хорошо. И, наконец, позвольте мне вернуться к нашему примеру с речью здесь создать заключительную концовку здесь, в наши последние моменты. А как насчет того, чтобы мы просто сказали что-то вроде это был CS50 вот так. Давайте продолжим вот так. Исправьте мою заглавную букву, просто для порядка. Давайте избавимся от названия. А теперь с нашим заключительным рощерком и вашим знакомством с Python оснащенным поехали, это был CS50. Хорошо. Увидимся в следующий раз.